В этом видео я записал для вас Майнкрафт хоррор фильм Among Us все серии. Не забывайте подписываться на мой канал, ну а также ставить лайк. Приятного вам просмотра. Прямо сейчас подпишись на мой канал, поставь этому видео лайк, ну и конечно же нажми на колокольчик. Если ты этого не сделаешь, то вот эта вот игрушка сегодня появится у тебя за спиной. Поэтому лучше не рискуй, быстрее подписывайся на мой канал, ставь этому видео лайк. Ну и конечно же, нажимай на колокольчик. Всем привет, дорогие друзья! У микрофона, как всегда, я Евген Бой, и это мое новое видео по игре Майнкрафт. И ребята, прямо сейчас спустись ниже в комментарии и напишите, что же вкуснее мороженое или же пирожное. Мне реально будет очень интересно почитать и узнать ваш ответ в комментариях. Поэтому прямо сейчас быстрее спускайтесь ниже в комментарии и пишите, что же вкуснее пирожное или же мороженое. Ладно, сейчас я в общем-то поеду в деревню жителей, вы просто не представляете, жители сказали, что у них что-то срочное ко мне, вот они что-то мне хотят показать такое секретное, прямо как будто бы, знаете, мне позвонили жители, и вот так вот сказали, это секретная информация, что-то я не знаю, что они там мне хотят показать, вот, вообще не представляю, но ладно, давайте мы, в общем-то, съездим к ним, так, что такое, что жители, что вы мне хотели показать? Дело в том, что в нашей деревне появился новый секретный крафт. Новый секретный крафт? Да, и ты должен это скрафтить. Почему я должен это скрафтить? А чё за крафт? Кого вообще? Чё за персонаж там или кто там вообще? Да, это новый персонаж. Называется предатель из игры Among Us. Чего предатель из игры Among Us? Я что-то вообще не слышал. Ребята, напишите в комментариях, что за Among Us и что за предатель. А где вообще этот крафт находится? Он находится сзади тебя. В смысле, сзади меня? Чего? Ребята, вы посмотрите! Там реально какой-то секретный новый крафт. Офигеть! И что, я должен этого персонажа, получается, скрафтить? Да, но он очень злой. Ладно, иди уже, крафти его. Хорошо, сейчас я Ребята, мне самому интересно, что за еще предатель из игры Aiman Cast. Вы знаете вообще такую игру? Там пишите в комментариях, что это вообще. Я просто не в теме. Потому что я впервые вижу такой крафт. Он реально какой-то тут человечек такой, страшненький, с каким-то таким одним глазом. Да, и у него, смотрите, еще какой-то меч в руке. Я не знаю, что это такое, но это реально, походу, какой-то предатель. Ладно, давайте разберемся, из какой шерсти он красится. Ну, точнее, крафтится. Да, я хотел сказать красится, но... Ладно, давайте, смотрите, красная шерсть, 4 красной шерсти, дальше, по-моему, это синий краситель, если я не ошибаюсь, и один алмаз. Все эти предметы нам нужно будет сейчас каким-то образом добыть, положить вот в эту вот воронку и просто нажать на этот рычаг, и тогда вот этот вот персонаж, персонаж какой-то страшный, какой-то странный, я не знаю, какой-то предатель, появится здесь, вы представляете? Ладно, мне уже не терпится реально его скрафтить, давайте попробуем это сделать. Все, нам нужно, получается, добыть сейчас дерево побольше, потому что у меня булыжник есть. Я сейчас могу сразу же скрафтить, получается, каменные предметы, каменные принадлежности, так сказать. Вот, поэтому давайте мы побольше сейчас дерева и досок добудем, чтобы у меня уже реально все было. Так, давайте добываем, добываем. Все, отлично. Мне реально не терпится скрафтить этого предателя из игры Among Us. Так, давайте погнали. Уже сейчас делаем верстак. Все, сейчас мы идем в шахту. А нет, не в шахту. Стоп-стоп-стоп. Краситель же нам нужен. А, ну, нам, нам шахту по-любому надо, потому что ножницы, чтобы овечек подстричь и получить с них шерсть, нам нужны ножницы. Но смотрите, у нас уже есть красный краситель, как говорится. Вот, поэтому сейчас мы просто поедем уже в шахту, поедем на своем мотоцикле и там посмотрим, что у нас там вообще есть. Может быть, железо найдем. Вот, нам нужно, потому что скрафтить сейчас ножницы, чтобы добыть, получается, шерсть. Так, ладно, давайте мы сейчас делаем уже печку. Печку, печку, печку. Все, отлично. Дальше мы мы делаем кирки, 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 так, все, почти кирку сделал, отлично, друзья, все, у нас тут уголь, смотрите, как раз железо, уголь, все есть у нас, так, давайте мы сейчас ножницы сделаем, получается, две штуки железа нам надо, вот, поэтому давайте мы их сейчас поставим переплавляться, пока что, дальше нам нужно еще железо добыть, потому что нам нужно сделать будет кирку, вы представляете, нам реально нужно будет сделать здесь кирку, вот, железную, потому что без железной кирки я не добуду алмазы, так, у нас у нас уже есть один железный слиток. Давайте мы сейчас, что мы еще поставим переплавляться сейчас это железо. Дальше мы сейчас добудем, получается, уголь. Вот, мы, у нас почти уже половину предметов, считайте, сейчас уже будет. Вот, чтобы реально сделать этого, ну, скрафтить Among Us. Да, но ну, этого персонажа страшного какого-то реально. Он просто реально страшный. Вот, давайте мы, в общем-то, уже пойдем за шерстью сейчас. Так, шерсть, овечки, овечки. Где-то вон там вот у нас вон уже овечки, я вижу их. Все, сейчас мы добудем шерсть, получается. У нас уже реально будет красная шерсть. Вот, то есть мы сейчас сделаем красную шерсть красителем. Вот, видите, смотрите, вот все, у нас красная шерсть получается. Дальше нам нужно еще три штуки шерсти добыть. Так, две уже, две уже есть. Отлично, еще одну овцу надо найти. И все, у нас будет четыре шерсти. И у нас почти крафт готов, да, можно сказать, этого персонажа страшного из Among Us. Так, ладно, давайте мы уже все. Смотрите, сколько у меня шерсти. Тут очень много шерсти, реально. Давайте. Так, еще цветочек, еще цветочек нужен, получается нам. Давайте мы уже почти все здесь добыли, все здесь доставили. Давайте эту овцу тоже подстрижем. Подстригем. Так, у нас цветки вон там вот получается где-то. И вроде бы, и вроде бы все. Ладно, давайте мы тогда красный краситель там еще добудем. Реально, смотрите, у нас почти все предметы, все шерсти уже есть которые нужны нам для крафта этого злого персонажа предателя вот давайте мы тут э, тюльпан тюльпан тоже красный да красный краситель все отлично ребята давайте мы делаем красную шерсть у нас уже целых 6 штук э, жители кстати вы не видели где тут синий краситель может быть вы знаете да у нас запасы синего красителя лежат в этом в колодце о, ничего себе, у них запасы даже есть, потому что этот краситель очень редкий. Поэтому давайте мы сейчас спустимся вот в этот вот колодец и вот тут сундук. Реально, смотрите, голубой краситель. Ну ладно, синий, голубой, неважно. Но факт в том то, что мы нашли этот краситель. И я надеюсь, то, что у нас реально все получится, чтобы скрафтить предателя из игры Among Us. Так, ладно, давайте мы пойдем уже вниз сейчас э, за алмазами, за алмазами. У нас уже все предметы есть. Смотрите, э, голубая, то есть да, голубой краситель красная шерсть и остался только один алмаз нам сделать то есть точнее добыть его я не знаю может быть мы его сейчас даже вообще не найдем и это будет печально если мы его не найдем или долго будем очень искать но я надеюсь то что все в этой шахте есть вы посмотрите да я нашел алмазы ура все давайте мы сейчас их добудем получается все у нас все вещи для крафта есть все давайте уже погнали сейчас крафтить мне уже реально интересно что за там какой-то злой персонаж предатель какой-то я не знаю просто что за предатель вообще вот но мы сейчас разберемся с этим так давайте мы ложим сейчас эти красители а, не не так не так не так не так вот сюда вот по бокам вот так вот кладем вот эти вот красители все отлично мы их положили давайте даже проверяем да реально мы их положили все теперь красная шерсть красная шерсть вот так вот по бокам 4 штуки получается все мы тоже ее положили отлично давайте тоже проверим и остался у нас один алмаз его нужно закинуть все середину. Давайте мы его кидаем в середину. Все, отлично, он есть. И на счет 3 мы сейчас крафтим этого предателя из игры Among Us. Все, давайте. Раз, два, три. Ребята, он появился, кажется, офигеть. Он с, ну, он с этим, он с мечом вот этим, вот как и на рисунке. Ничего себе, он страшный. Евген, бой, ты зачем меня сюда скрафтил? Я тебя уничтожу. Он говорит то, что он меня уничтожит. Это реально, смотрите, такой же, как и на картинке предатель. Да еще и с оружием. Вы видите, да, его вообще офигеть. Я сам в шоке. Что мне с ним теперь делать? Он же сейчас деревню все уничтожит. Я уничтожу всю деревню и всех жителей. Он сказал то, что он уничтожит всю деревню. Я даже не знаю, что мне делать. Что мне делать? Помогите, помогите, здесь тот самый предатель. Ребята, я не знаю, что мне реально делать с этим предателем, потому что он реально очень страшный. Евген Бой я тебя уничтожу. Ребята, вы слышите, что он говорит? Хорошо, что у меня есть оружие. Короче, давайте этого предателя попробуем каким-то образом взорвать. На, получай, предатель. Офигеть, вы это видели? Предатель взорвался. Ничего себе, мы смогли его победить. Вау, это же просто, это реально круто. То, что мы его реально смогли победить. Ничего себе, как я его легко просто уничтожил. Он такой слабый, оказывается. Вот, если вы еще хотите больше видео с таким предателем, то Пишите в комментариях. А сейчас мне надо будет уничтожить этот крафт. Реально, уничтожить его надо будет. Сейчас я это и сделаю. Давайте мы, короче, уничтожим этот крафт. Все, у меня есть уже алмазный кирка, чтобы этот крафт реально уничтожить. Вот, давайте его уничтожаем. Так что давайте, вот так, вот, вот так вот, потому что это реально страшный предатель. Зря я его, конечно, скрафтил. Вот он мог всю деревню просто, ну я не знаю, что-то с ней сделать. Хорошо, что он э, жители там еще не уничтожил там что-то с ними не сделал. Давайте мы все это ломаем. Вот этот вот весь крафт, видите, вот так вот. Вот так вот с предателями поступают ребята. Да, давайте это все мы реально сломаем. Так, фух, мы все почти сломали, реально. Так, все, мы крафт уже реально сломали. Ладно, в общем-то, мне совсем чуть-чуть осталось тут доехать до деревни жителей. Просто дело в том, что я сейчас в городе был, вот, и давно не видел, как бы, жителей. И я решил их навестить и с ними повидаться. Поэтому давайте я сейчас, в общем-то, приеду уже в деревню жителей, посмотрю, как и что с ними, все ли у них хорошо. А это еще что такое? Ребята, вы посмотрите, что за фигня вообще? Чё здесь происходит? Что с моей деревней? Эй, жители! че, Эй, эй! Так, эй, чё, чё за фигня происходит? Вы это видите? Так, нужно полицию вызвать. Ё-моё, тут связь не ловит даже, вы посмотрите, тут реально связь не ловит. Эй, жители, чё с вами произошло? Что это за фигня? Вы посмотрите, они просто здесь все валяются, не знаю, либо либо, смотрите, что с ними происходит, офигеть! Они просто просто не живые, ребята! Эй, жители, жители! Эй, 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 жители, что с вами тут произошло? Все же нормально было. Я, я как мог защищал эту деревню, а теперь тут такое произошло, что-то необъяснимое. Вы посмотрите, что-то случилось с моими жителями. Смотрите, что они просто все тут что-то все перебиты. Все что-то с ними вообще что-то тут такое ужасное произошло. Вы посмотрите, офигеть, ребята, может быть где-то в домах кто-то спрятался. Эй, жители, вы здесь? Эй, эй, жители. Я не поверю просто то, что с ними все, всеми такое произошло. Что-то необъяснимое. Эй, жители! Так, ну мой компьютер, вроде все тут нормально стоит. Да, эй, жители! Жители! Так, давайте вот в этот дом зайдем. Может, здесь кто-то есть? Жители вы здесь? Жители, эй! Что-то тут даже никого нету. Ну-ка, давайте, вот в этом доме нужно посмотреть. Жители, жители! Это я, Евген Бой, выходите! О, за Евген бой! Я под этим люком, я здесь спрятался! Что, житель, ты там? Ты под этим люком? Сейчас я тебя открою! Так, давайте вот так вот открываем его! Все, фух, отлично! Так, что там вообще, житель? Я спускаюсь к тебе! Давай, спускайся! Хорошо, спускаюсь! Так, э, привет, житель! Привет, Евген бой! Ты не представляешь, что здесь произошло! Что здесь произошло? На нашу деревню напал предатель из игры Among Us, и он просто уничтожил всех жителей. Чего? Чего на вашу деревню напал предатель из игры Among Us и просто всех здесь перебил и уничтожил? Ты чё, житель, что ты такое говоришь? Я не поверю то, что один предатель какой-то может такое сделать. А, да, именно. Ничего себе, житель, как это вообще? В общем, я тут приготовил камеры в этом сундуке. Ты можешь их поставить по всей деревне жителей и проследить, появится ли этот предатель Амонгас или нет. То есть я могу просто следить за предателем из игры Амонгас через камеры. Да. Хорошо, сейчас я камеры возьму. Смотрите, да, реально здесь камеры есть. Так, житель, спасибо конечно тебе. Я все сделаю, чтобы найти и вычислить этого предателя и где его логово находится. В общем-то, ладно, давай я сейчас тогда их расставлю. Ребята, в общем, мы через камеры сейчас постараемся найти этого самого предателя из игры Among Us и, в общем-то, разобраться с ним. Реально, ребята, вот тут вот у меня, смотрите, какие оружия есть, но это уже потом. Так, давайте, в общем, общем-то, здесь будем расставлять камеры сейчас. Смотрите, вот эту камеру тут ставим, допустим. Вот, видите, да? Все, камера работает, как бы, значит, все отлично. Давайте, в общем-то, этого предателя надо сегодня записать. Сегодня будет, да, найти камеры и найти его логово и разобраться тоже с ним. Смотрите, просто житель, житель, ты еще живой. Смотрите, он двигается. Ребята, что за фигня? Надо реально вызвать. Будет полицию потом. Вот, поэтому давайте вот, смотрите, у меня камеры все работают вроде бы так отлично давайте теперь тут еще камеру поставим вот так вот по периметрам поставим здесь камеры в общем то давайте знаете где еще поставим вот здесь вот камеру потому что ну тут самая такая большая территория вот чтобы следить потому что ну вот посмотрите видите тут сколько можно следить то есть вот нормально так в общем ладно давайте мы еще вот здесь вот у кузницы наверное поставим давайте мы поставим где-нибудь за кузницей наверное вот и поставим еще сколько все, у меня больше походу нету свободных камер. А нет, вроде бы есть. Давайте еще вот здесь вот поставим. Да, вот тут вот можно вот так вот перематывать. Да, тут есть камеры свободные еще. Так что ничего страшного. Так, давайте еще вот здесь вот камеры поставим. Смотрите, я сколько камер поставил. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, одиннадцать камер я поставил. Давайте еще у колодца вот этого, наверное, посмо... ну, поставим камеры, точнее, будем за ними следить. Да, то есть через них следить. Уже, Вот, отлично. Мы везде, можно так сказать, поставили уже камеры. Вот, давайте еще у леса. Вот здесь вот поставим камеру одну, и все будет хорошо. Так, все, сейчас я к жителю подойду и скажу то, что я это все сделал. В общем-то, давайте у него тут спросим подробности, когда и где появится этот предатель. Так, житель, привет еще раз. В общем, я расставил здесь по всей деревне, по всему периметру камеры. Вот, и через сколько этот предатель-то, вообще обычно, появляется. Он нападает обычно всего ночью, представляешь? Ночью нападает? Офигеть, хорошо. И сейчас давай тогда я буду ждать уже ночи, наверное. Вот, и буду уже потом следить и наблюдать через эти камеры. Хорошо, но ну, а я пока что буду здесь. Буду здесь как бы, э, ну, в общем-то, выживать каким-то образом. Хорошо, хорошо, ты главное себя не выдай, житель. Так, все, отлично, давайте мы, в общем-то, сейчас уже пойдем в кузницу. Да, этим, этот Монитор, вот этот вот, подключим к компьютеру. Вот, давайте его подключим вот так вот к компьютеру. Так, все, мы подключили к компьютеру. Отлично, давайте садимся. Все, ребята, давайте, в общем, ждать уже ночью будем, то есть, да, потому что ночью появится, да, все, камеры на компьютерах работают. Все, смотрите, здесь уже наступила ночь. И по идее, этот предатель сейчас должен прийти и искать того жителя. Поэтому давайте я сейчас уже открою, ну, допустим, вот какую-то девятую камеру, и буду уже следить через нее. Так. Так, вроде бы здесь никого по периметру нету. Так, смотрите, это предатель, смотрите, ничего себе. Так, ну все, осталось последнего жителя найти. Ребята, он говорит, осталось последнего жителя найти. Смотрите, офигеть! Ничего себе! Смотрите, он жителя поджег! Что он с ним сделал? Смотрите, он прямо этого поджог офигеть! А, Что он делает, ребята? Ничего себе! У него меч какой-то мощный. Офигеть! Так, сейчас я найду последнего жителя. оба тут еще Евген бой. Ребята, он, кажется, меня спалил. Тут Евген Бой, ничего себе сейчас. Иди сюда, Евген. Ребята, он говорит, иди сюда, Евген. Ну иди сюда, давай, сразимся с тобой. На, ты чё, а? Получай, ты никогда не получишь так, ребята. Ты никогда, ты никогда не получишь того жителя, я его очень надежно спрятал. Нет. Ты его не спрятал до конца. Так, ребята, давайте сюда зайдем. Житель, это я. Евген Бой, он здесь уже, я слышу это. Да, я здесь, я вас тоже слышу. Ребят, он говорит, я здесь, я вас тоже слышу. Так, ну чё, захотел поиграть, да? Ха -ха -ха. Чё, чё, ой-ой-ой, больно так-то. Эй, ты чё, офигел, смотрите, он доски тут разбирает. Так, ну все, давай, чё, сразимся? Давай по-честному сразимся на мечах. Ребята, он предлагает мне по-честному сразиться на мечах. Давай на алмазных, давай на алмазах. Что-то у тебя какой-то хитрый меч. Давай, я все равно тебя выиграю. Так, держи вот этот меч. Давай. Ты как предатель, ты должен честно сразиться со мной. Поэтому давай. Иди сюда, мы посмотрим, на что ты способен. Давай, я тебя просто уничтожу. А потом и того жителя. Ну что, давай, предатель, уже сразимся на счет три раз. Два, три. Так, на, получай. Офигеть, ты мощный так-то. Я тебя уничтожу, давай иди сюда. Так, смотрите, что он делает, а? Отбегаем. Так, ребята, мне кажется, или мне его не победить. Так, давайте-ка, я сейчас лучше в бункер пока что спрячусь. Иди сюда, сейчас я тебя догоню. Так, ребята, быстрее в этот бункер, быстрее. Евген, бой, что ты делаешь, ты же меня выдашь. Так, все, отлично. Фух, давайте сейчас через камеры наблюдать, где же он. Где же он, где же он, вот мне очень страшно так. Я его нигде не вижу, он возле этого дома походу да он где-то возле этого дома а я не знаю где этот дом подождите на камерах так вон он вон он смотрите он внутри этого дома офигеть я вижу тут его через эту камеру через девятую камеру офигеть офигеть житель что же нам теперь делать ну все вы бабались я знаю где вы находитесь Ребята, он знает, где мы находимся. Так, ладно. Давайте уже... Теперь я уже точно с ним сражусь, потому что он знает, где я нахожусь. Вот, и он знает, где житель находится. Все. Давай, предатель, иди сюда на улицу, и мы с тобой сразимся. Давай, Евген, я тебя просто уничтожу. Давай, на, получай. Ой, больно. Так, ребята, на, получай, получай, давайте. Я тебя сейчас должен одолеть. Иди сюда, ты че? Куда ты отбегаешь? На, все. Ребята, мы его уничтожили. Офигеть, ребята ребята, вы это видели? Я его победил, кажется, ничего себе. Ладно, в общем, я вам хочу кое-что здесь показать, смотрите. Я тут нашел какую-то секретную дверь вот в этой вот горе. Вы просто посмотрите, как она выглядит. Я сам просто в каком-то, ну, недоразумении нахожусь, как она здесь появилась, потому что ее просто, ну, здесь не было, да, потому что именно я вот эту гору, то есть, строил, да, и ее здесь как бы не было. И давайте попробуем открыть эти двери и посмотреть. Что же там все же находится Так, давайте э, э, так, Я не могу открыть, ребята Кажется лайка вашего не хватает Ладно, давайте попробую я открыть Опа, о, смотрите, я открыл И что там за ними? Офигеть Это же перчатка бесконечности Ничего себе Вау, вы просто посмотрите Какая же она золотая Так, давайте, давайте как-то Опа, смотрите, реально, ребята Это перчатка бесконечности Смотрите, как она на мне выглядит Офигеть, вот это да, она огромная. А как здесь вообще эти двери появились, даже я вообще не представляю. Смотрите, что она просто... Может, ой, она тут все взорвала. Как тут вообще, что произошло, я даже не знаю. Вон, давайте я жителям ее покажу, в общем-то. То, что здесь у меня вот такая вот перчатка бесконечности, вы представляете? Вот, и я, в общем-то, хочу это все жителям показать, поэтому давайте я, в общем-то, сейчас бегу в деревню и покажу ее жителям. Я думаю, они просто офигеют от такой перчатки перчатки бесконечности. Так, смотри, житель, какая у меня перчатка. А, Евгений, подходи к нам. Она очень опасная, она может всех уничтожить здесь. Хорошо, хорошо, житель, сейчас я ее спрячу. Кстати, ты знал, то, что у нас тут есть такая лаборатория, да, где проводятся эксперименты по смене мозгами. По смене мозгами? Да, житель тебя ждет там. В общем-то, ты должен поменяться с предателем МНК с мозгами. Мозгами? То есть я смогу за предателя поиграть? Да, ты представляешь? Ничего себе! Вау, ладно, давай я сейчас тогда схожу, жители, к этому, ну, точнее, вот в эту нашу лабораторию, вот в такую, вот видите, да, по обмену мозгами. И, в общем-то, попробую поменяться мозгами с предателем из игры Among Us. Так, ладно, все, я перчатку бесконечности положил. Давай давайте, в общем-то, сейчас уже я иду в эту лабораторию. Так, вон там житель меня ждет. В общем-то, давайте сейчас постучимся. Тук-тук-тук, житель, открывай. Евген Бой, заходи. Все, я захожу. Привет, житель. Привет, в общем, ты должен найти этого предателя. В смысле, о а чем в нашем мире Майнкрафта, что ли, сейчас обитает? Да, ты представляешь, он вырвался из игры Among Us. Ничего себе! Вау, вырвался из игры Among Us. В общем, найди его сюда, приведи как бы, и поменяйся с ним мозгами. Я думаю, ты помнишь, ты такие эксперименты уже на своем канале делал. Да, да, я делал эти эксперименты. Хорошо, я сейчас его найду. Вот так. У меня даже оружия-то нету. Так возьми его. Хорошо, сейчас я возьму ребята, у меня там оружие в кузнице. В общем-то, сейчас я попробую найти этого предателя из игры Among Us, да, который сбежал. Вы представляете? В общем-то, и с ним провести такой эксперимент. Вот, поменяться с ним мозгами. Давайте еще перчатку бесконечности с собой заберем, так, чтобы ей, как бы, вот так вот, ну, этого предателя схватить. Вот, и, в общем общем-то, переместить в эту лабораторию. Я, правда, не знаю, где этот предатель. Он, наверное, вон в том вот лесу, где и все монстры обитают. Просто этот у нас лес, он магический какой-то. Поэтому давайте я сейчас туда уже пойду и, в общем-то, посмотрю, есть ли там предатель или же нет. Я, я предатель из игры Among Us. Я сейчас всех уничтожу. Ребята, вон этот предатель! Офигеть, давайте, в общем-то, сейчас его заберем к себе, в общем-то, в эту лабораторию, чтобы поменяться с ним мозгами. Вы представляете? Так, предатель, привет. О, привет! Ну все, я тебя сейчас уничтожу. Ты меня не уничтожишь. Так, ну-ка, на, получай. Так а? Все, ребята, смотрите, я его схватил этой перчаткой бесконечности. И давайте сейчас бежим в лабораторию, чтобы реально поменяться с ним мозгами. Да, ребята, вы, чтобы сделать такой эксперимент. Поэтому все, бежим сейчас в лабораторию. Так, главное, аккуратненько, потому что он может выбраться, как бы, да. Поэтому давайте сейчас бежим, бежим, бежим. В общем-то, до этой лаборатории так. Выпусти меня! ребята, он тут в этой перчатке, он кричит уже, то, что, чтобы я его выпустил, потому что это всемогущая перчатка, она может просто вот так вот взять и переместить человека. Так, все, ладно, давайте я сейчас открываю вот так вот дверь. Так, Евген Бой, ну что ты его принес? Да, сейчас я перчаткой положу его сюда. Опа, все, смотрите, он уже здесь в капсуле находится. А, выпустите меня. Евген, закрывай его, закрывай. Сейчас я его закрыл, все, отлично. Давай, все, раз оставляю сейчас все предметы, чтобы поменяться мозгами с этим предателем из игры Among Us. Все, сейчас я расставляю. Давайте я возьму вот эти вот сейчас предметики. Так, все, отлично. Давай, житель, все, вот так вот все тут провожу, расставляю. Во, отлично. Вы меня, не надо за мной меняться мозгами. Слышишь, житель, что он говорит? Да, да, я слышу, что он говорит. Он говорит, чтобы ты не менялся с ним мозгами, не слушай его. Это эксперимент у нас. Да, 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 это эксперимент у нас. Мы, то есть, сделаем этот эксперимент над всеми монстрами Майнкрафта. Поэтому давайте, в общем-то, его проведем. Так, рычаг, смотрите, все работает у нас, да. Контакты есть с той, в общем-то, ну вот с этой капсулой. Поэтому давайте я сейчас становлюсь в эту капсулу и на счет три я нажимаю. Раз, два и три. А, что происходит? А, что произошло? Ой-ой-ой, как голова же кружится у меня. Что за фигня? Где это я? А, помоги! выпустите меня! Чё, чё я здесь делаю? Евген Бой, тихо, успокойся, успокойся. Ты поменялся мозгами с э, этим, с предателем из игры Among Us. Чего, серьезно? Да чё ты мне врешь? Где это я? Выпусти меня. А, тут выход есть, ничего себе. А чё, в смысле, с каким предателем еще? Как понять? Ну вот так вот, ты поменялся мозгами. Это побочный эффект, то, что ты ничего не помнишь. Серьезно? То есть эксперимент выдался Удачным. Ребята, это же я, вы посмотрите, это же мой скин, а чё я там делаю? В смысле, как как он там чё, как как? Ну ты поменялся мозгами, ты чё забыл что ли? А, вспомнил. То есть эксперимент прошел удачно, да? Да, да, прошел удачно. Посмотрите теперь на себя. Хорошо, посмотрю. А, ребята, смотрите, я предатель, вот прям как вот этот вот персонаж на картинке, вы видите? Да, я в него превратился, реально круто, житель. Это не круто, у тебя может быть тоже побочный эффект и тяга кого-нибудь, ну вот тут как бы вот уничтожить. Тяга кого-нибудь уничтожить? Серьезно? Выпустите меня! О, о, о чё он кричит-то так очень сильно? Потому что, ну, он находится в твоем теле, он до сих пор как предатель а, то есть у него, мы же поменялись мозгами, то есть я, типа, добрым, да, ну, типа, мои мозги переместились в это тело, то есть вот в это вот, вот в это вот предательское тело из игры Among Us, а его мозг переместился, то есть, получается, ко мне или чё, я что-то не понял. Да-да, вы просто обменялись мозгами. А, я понял. Ну ладно, давай я тогда поиграю за этого предателя. Реально круто то, что я провел такой эксперимент. То, что я поменялся мозгами с предателем из игры Among Us. Так, смотрите, у меня тут какие-то новые предметики. Ножик какой-то. Э, я хочу убивать. Чего? Э, чё, это я сказал сейчас? В смысле, я начинаю превращаться в этого предателя и становиться им. Ой, чё за фигня, лучше подальше от деревни, а то еще жители сейчас уничтожу просто. Ой, тут зомби какой-то, нет, 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 так, отстань от меня. Фух, я его уничтожил, вы видели, какой я сильный предатель, оказывается? Ничего себе, вау, это прикольно. Ой, а вы-то как тут появились вообще, откуда вы здесь? Так, ребята, чё за фигня, откуда они здесь Вообще, я же предатель. ой 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 ой, -ой. Так. Ой-ой-ой, не сюда идут. Откуда они вообще здесь? Так, э, житель так. Ой-ой-ой, Зо зомби-то сколько, ребята. Зомби просто. Вы посмотрите, сколько же их здесь. Офигеть! Ничего себе! Так! Ладно, я все лаки-блоки сломал. Так, давайте повоюем. Лучше. А, нет, лучше не воевать, ребята, потому что они там, смотрите, они с пушками какими-то. О нет, житель, впусти меня, тут какие-то зомби. Евген, бой домой, выпусти меня отсюда, ло. Я тебя не буду выпускать никуда, ты очень злой предатель. Выпусти, иначе эти зомби тебе съедят сейчас. Не съедят они меня ничего, понял ты? Эй, заходи, давай, на, получайте зомбари На, получайте, у меня суперский меч, я очень сильный Смотрите, как я их просто уничтожаю Офигеть Так, 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 на, получайте зомбики ой ой, -ой там с оружием этот э, зомби, да, смотрите, вау Ничего себе Так, ладно, жители, я, наверное, обратно сейчас буду превращаться Хорошо, Евген Бой, только уничтожь вот этих зомби Ладно, я сейчас так уж и быть уничтожу их с помощью вот такой вот мощной Кирочки, смотрите, просто... Ой, ой-ой-ой, так, ой, так, давайте вот так вот, все, фух, я их уничтожил, вы видели, да? Он мог меня сейчас просто уничтожить, ой-ой-ой, так, ладно, тут небезопасно, лучше-ка, лучше-ка уйти жители отсюда, во, так, закрыться просто и сейчас уже поменяться мозгами обратно. Да, Евген Бой, это правильное решение. Кстати, я еще вот эту вот перчаточку не проверил. Ой, офигеть, вы видели, что я умею вообще? Прикольно, прикольно. Вау, ладно, давай я тогда сейчас буду снова меняться этими местами, да, мозгами точнее, вот, с этим предателем. Ну что, житель, я перезагружаю машину на счет три. Раз, два, три. А, все, я меняюсь, ребята. Ура, наконец-то я в себя вроде бы превратился. Житель, житель, все, эксперимент произошел удачным, да? Да-да-да, ты все, ты поменялся обратно мозгами и превратился в себя. Так, ну-ка давайте-ка посмотрим. Реально, смотрите, эксперимент произошел удачным. Сейчас я играл за предателя, то есть, да? А теперь я снова обменялся мозгами и смотрите, реально прикольно. <паспалкот> Выпусти меня отсюда, Евген Бой. Чё, думаешь его выпустить или уничтожить? Не, не надо, оставь его просто мне. Хорошо, я оставлю, в общем-то, этого предателя тебе. Да, ну я пошел тогда, житель. Так, что там случилось? Полицейский сейчас и открывает дверь, так ч -ч -ч, -ч все отлично. Тут произошло такое какое-то событие. В общем, жителя убили. Чего? Кого жителя? Что с ним случилось? Какого жителя? Что вообще происходит? Так, тут очень много полицейских. Чего? Ребята, вы посмотрите. Ничего себе, что с ним произошло? Вы не знаете? Мы не знаем, но мы, кажется, предполагаем, кто мог это сделать. Это мог сделать предатель из игры Among Us. Предатель из игры Among Us. Ничего себе, вы посмотрите на эти баннеры. Офигеть, это вы расклеили? Да, это мы расклеили. Мы его разыскиваем, нам нужна твоя помощь помощь в том, чтобы я его нашел, то есть вот этого предателя, который сейчас развешан по всей деревне, вы посмотрите, плакаты с его розыском, где развешены просто по всей деревне, вы просто на это посмотрите, ничего себе, я надеюсь то, что какое-то вознаграждение будет, если я этого предателя найду, реально посмотрите, его полиция разыскивает, да, но ну, я не знаю, конечно, предатель мог такое сделать или нет, но мне кажется, реально мог, он мог предать жителей, поэтому нам нужно будет его найти. Вы посмотрите, как он выглядит. Вот, его нам нужно будет везде разыскать. Вот, везде поискать. Офигеть. Как он вообще мог такое сделать с этим жителем? Я не знаю, что мы ему такое сделали. Этому предателю из игры Among Us. Но ребята, вы посмотрите, реально, житель, житель, может к нему спуститься, полицейские? Да, спустись. Так, все, нам разрешили к нему спуститься, ничего себе так. Сейчас я спущусь, подождите-ка, а, подождите, полицейский так. Реально, смотрите, он не дышит, ничего себе. Надо реально сейчас будет найти этого предателя. Правда, я не знаю, где его искать. Вот, нам нужно найти его и посадить, и отдать этим полицейским. Да, им нужна моя помощь, поэтому я им готов помочь, ребята, реально так. Все. Ладно, э, я вам помогу. Короче, я не знаю, где он может обидать, но может ли где-то в шахте, либо в лесу. Поэтому давайте давайте вместе с вами мы его поищем. Хорошо, давайте мы его поищем. Ничего себе, ладно, ребята. В общем, давайте я сейчас возьму оружие. Так, полицейские, давайте пойдемте со мной сейчас разыскивать этого предателя. Я вам готов помочь, в общем-то. Хорошо, берите оружие и погнали. Так, ладно, все. В общем-то, давайте мы сейчас возьмем оружие, смотрите, и, в общем-то, пойдем вот с этим полицейским искать этого предателя. Так, давайте, в общем-то, пошлите, товарищ полицейский. Так, все, погнали. Погнали искать этого предателя. Я не знаю, правда, может он где-то в шахте. Вот, ну вы просто посмотрите, сколько, сколько они баннеров вот этих вот расклеили, чтобы его найти, да, чтобы жители им сообщили или свидетели какие-то. Ладно. Ладно, пойдемте, товарищ полицейский, сейчас в шахту тогда искать этого предателя из игры Among Us. Ладно, я вам помогу в этом расследовании. Хорошо, спасибо тебе, Евген Бой. Да не за что, конечно, надо найти этого предателя. Так, тут какой-то сундук, может он тут что-то оставил? Нет, вроде бы нет. Так, нам нужно идти с оружием на всякий случай, а то вдруг это... Так, ну в шахте его нету, давайте на вашей машине попробуем его поискать возле леса. Давайте, давайте, поищем его. Хорошо, ладно, давайте, в общем-то, в реально они хотят его арестовать. А награда, кстати, если я вам помогу его найти, будет какая-то? Да, будет. Ничего себе, еще и награда будет. Так, ну, Ладно, тогда давайте, в общем-то, его реально уже искать. Так, садитесь, товарищ полицейский, со мной сейчас в машину. Давайте я тогда возьму вашу машину, вы не против? Нет, я не против. Ну, все, тогда поехали тогда, в общем-то, уже сейчас искать этого предателя. Я правда не знаю, где он может находиться, но давайте, знаете, где вот так вот, по кругу сейчас этой деревни, попробуем его разыскать, потому что он реально, ну, я не знаю, правда это или нет, он мог такой с жителем сделать или нет, но мне кажется, вполне. Не, он мог это сделать, поэтому, ребята, давайте как-то сейчас его поищем. Так, ну вроде бы я его пока что не вижу. Так, ладно, я буду дробовик в руках на всякий случай держать, а то вдруг он на нас где-нибудь выпрыгнет отсюда, раз это предатель. Ну, полицейские почему-то уверены, то, что это был именно предатель. Да, я уверен в этом. Ну, ладно, 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 так, давайте его тогда вот так вот где-нибудь здесь поищем. Ну, вроде бы его нигде нету, я не знаю, где он может быть. Так, ну, обычно, обычно у предателей где-то там база находится, поэтому давайте мы сейчас его поищем. Так, отлично, давайте вот так вот поехали, поехали. Так, вроде бы, вроде бы, может быть, где-то тут давайте местность обойдем, товарищ полицейский. Ладно, давайте обойдем местность и поищем его. Хорошо, ладно, давайте, в общем-то, поищем реально его. Вот вы посмотрите. Меня нашли, о нет, надо с ними будет сражаться. Так, все, мы нашли тебя, предатель, давай, пошли с нами, иначе, иначе, а, ребята, он начал нас атаковать, что ты делаешь? Так, э, так, 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 надо, надо, полицейский, давайте, помогайте мне, помогайте мне. Сейчас я его кручу в наручники. Давай, 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 товарищ полицейский, помогайте мне, крутите его в наручники, быстрее, быстрее. Все, я его скрутил, давай, пошли в гетбой. Да, давайте погнали, уже товарищ полицейский. Вы его реально скрутили? Отпустите меня. Он говорит, отпустите меня. Нет, мы тебя никуда не отпустим. Ты поедешь в тюрьму вместе с этими полицейскими. За то, что ты совершил а, преступление. И куда я не поеду? Евген, бой, помоги, помоги. Он может вы выкрутиться из наручников. Так, хорошо, сейчас я помогу. Так, давайте, давайте, все. Все, пошли, предатель, все, я тебе там туго все сделал. Я никуда не пойду. Ну-ка, пошли с нами, иначе я тебя сейчас это Я тебя сейчас как вот так вот подожгу просто, понял ты меня? Не надо, не надо, ладно, все, я иду. Все, садись в машину и, в общем-то, поехали уже. Давай-ка, поехали с нами, предатель. Вот этот предатель, ничего себе, ребята. Я его наконец-таки разыскал и поймал. Вы представляете, мы вместе с полицией его разыскали, как бы этого предателя из игры Among Us. Так, давайте вот тут вот остановим машину. Вот, посмотри, что ты надел, посмотри, что ты надел с этим жителем. Это не я был. Это ты был, там твои отпечатки пальцев, мне уже все полицейские показали. Ладно, это был я, но я никуда с вами не пойду. Пойдешь, пойдешь, ты еще как миленький, все, тебя сейчас арестуют, э, товарищ полицейский. Да, я его арестую, все, сейчас мы его увезем на машинах. Спасибо тебе и Бой, за помощь. Да не за что, конечно, конечно, всегда рад вам помочь так. Ну, ладно, я, наверное, спать тогда пойду. Вы давайте его тут крутите. Увозите, в общем-то, в участок там, в отделение, в тюрьму, в общем-то. Вот, а я пока что пойду, наверное. Так что давайте мы уже реально сейчас пойдем. Фух, наконец-то я могу теперь спокойно поспать. А помогите, помогите, предатель из игры. Us выбрался из наручников. Чего выбрался из наручников? Надо срочно помочь ничего себе, вы посмотрите, он реально выбрался из наручников, о нет, он реально ходит за мной. Эй, Евген Бой. Ничего себе, тут два предателя, что они здесь делают? Эй, 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 так, ребята, я вас сейчас поджарю просто, вы это понимаете? Эй, -э, мы тебя уничтожим. Они говорят то, что они меня уничтожат. Эй, -э -э -э, хватит, 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 ребята, я не знаю, что мне делать. Так придется убегать сейчас из этой деревни. Полицейские, думаю, с этими обоими предателями сейчас справятся. Вы посмотрите, один очень большой предатель, а другой не такой большой предатель. Вот, ну, он поменьше будет. Ничего себе, это я не знаю. А что он за мной ходит-то, ребята? Ничего себе, тут на помощь к нему пришел вот этот вот предатель. Надо их срочно атаковать. Я не знаю. Так, надо. Надо, надо убегать каким-то образом сейчас будет, потому что этот предатель жесткий. Так, вы с ними сами тут разбирайтесь. Ладно, в общем-то, сегодня я хочу поймать предателя и затроллить его для этого. Я сейчас превращусь в него. Да, смотрите, видите, я стал фейковым предателем. И, в общем-то, давайте мы сейчас его логово найдем. Я хочу его потроллить немножко. Поэтому погнали куда-то туда в лес. Я его там недавно видел. Так что давайте мы сейчас попробуем найти его логово и, в общем-то, уже его. Патролить и посадить в тюрьму Да, ребята, я думаю, он попадется Потому что я тоже притворился Таким же предателем, как и он Только у меня оранжевый скин, а у него, по-моему Красный, ребята, там, смотрите, логово Вон этот предатель Ням-ням, какие вкусные Жители Чего он говорит? Какие вкусные жители? Это что, реально? Предатель, да, это он Эй, предатель, предатель О, Кто здесь? О, привет, дружище, ты тоже предатель да, я предатель, ты представляешь? Давай я сейчас к тебе спущусь. Подождите, мне нужна лестница, чтобы к нему спуститься. Так, все, что ты тут делаешь? Я тут похитил жителей и, в общем-то, их ем. Ты похитил жителей и тут их ешь? А зачем тебе это? Ну, я не знаю. Ну ладно, может, может пойдем вместе охотиться на жителей. Так, ребята, это сейчас у уловочка такая будет, я его хочу потроллить немножко. Ну давай, пошли поохотимся. Так, давай тогда вылазь. Смотри, короче, у меня есть такие вот алмазы, хочешь, я тебе покажу. Алмазы, алмазы я люблю. Ты любишь алмазы? О, как раз. Смотри, короче, я вот такие вот алмазики нашел. Тебе они нужны? Да, да, мне они нужны. Поэтому на, держи тогда тебе алмазы. Давай, добывай. Ой. Эй, ты чё? Ты чё, ты чё динамитом их взорвал? Я ничего не делал. На самом деле, ребята, это троллинг алмазы, которые взрываются просто сами по себе. На, еще вот хочешь? Э, давай, достань только кирку и добудь уже нормально алмазы, а не прыгай на них. Сейчас я все сделаю. Давай, давай, добывай свои алмазики. Ой. Это что за подстава? Ты... Ты предатель. Да, я предатель. Это не подстава. Я не знаю, что это такое. Вроде бы, смотри, вот у меня все нормально. Сейчас мы его потроллим, ребята. Смотри, видишь? Вот давай, стой, я сам это добуду. Смотри, вот у меня все нормально работает. Я не знаю, как у тебя, но смотри. Опа! Ой! Это такие алмазы! Нет, это не такие алмазы, ты чё? Так подождите, ребята, что за фигня же обычно алмазы взял? Не, 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 это не, это я не знаю, это ты взрывчатку кладешь, смотри, вот, вот этот алмаз, видишь, я нормально его добыл, видишь? Странно, почему это так? Ладно, пошли, в общем-то, на жителей охотятся. Давай, пошли. Так, ребята, сейчас я кое-что для него приготовлю. Так, э, смотри, предатель, короче, жди меня просто здесь, я кое-что здесь для тебя приготовлю. Вот, я как раз э, жителей поймаю для тебя. Хорошо, вот сейчас я тебя подожду. Так, ладно, смотри. Короче, сейчас мы сделаем ему вот такую вот здесь вот ловушку какую-нибудь. Давайте огромную просто ловушечку сделаем, чтобы его затроллить, ребята. Так, только тут какой-то домик у меня тут под землей, поэтому нужно будет его закрыть. Так, смотрите, сейчас я поставлю сюда лаву. В общем-то, надо бы его затроллить. Вот так вот. Давайте ставим ему ловушку вот такую. Вот все, лаву мы поставили. Отличненько. Все, давайте мы сейчас его просто затроллим. Так, у меня есть призрачные блоки. Во, отлично. Смотрите, ребята. Просто он вот сюда вот так вот провалится, если пойдет. Так, а вот тут вот как раз таки такие жители. Так, давайте тоже вот здесь вот сделаем такую вот ловушечку. Так, все, сейчас я ему оставлю этих жителей. Так, опа, опа, стоп, подождите. Тут тоже дверь надо другую поставить Будет, а, какую-нибудь, знаете Другую дверьку надо будет поставить Давайте поставлю я какую-то Ну, сейчас, подождите, я поставлю вот такую Вот дверь, чтобы жители отсюда тоже не выходили Евген Бой, это ты? Да-да-да, это я, я собрался Поймать предателя и затроллить его О, молодец, Евген Бой Так, держать да-да-да, так держать. Все, в общем-то, ловушка вроде бы для предателя готова. Смотри, заходи сюда, тут у тебя житель ждет. Иди его скушай. Ой, что ты сделал, Евген? Евген, откуда он меня узнал? Это ты, это Евген, я знаю. Нет, это я, предатель, какой Евген? Так, ребята, что за фигня? Он, кажется, меня раскусил, походу. Я знаю, то, что это ты, Евген. Нет, это не я. Ребята, я его не смогу, походу, поймать. Это точно не я. Это не я. Так, 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 стой, подожди, стой, стой, стой. Это реально не я. Чё надо тебе? Это реально ведь не я. Ну чё ты врешь то Чё ты меня обманываешь? Это серьезно не я. Не ты, а зачем ты мне сделал эту ловушку? Я ничего не делал, я никаких ловушек не делал. Подожди, я тебе жителя наоборот хотел это. Ты видел, ведь я же нормально зашел. Эй, Чё за подстава, почему я не могу к тебе домой попасть? Я не знаю, почему ты не можешь ко мне домой, конечно, попасть. Ну ладно, смотри, хочешь, хочешь я тебе сюрприз сделаю, тюрьму для жителей? О, давай, давай, тюрьму для жителей. Да, смотри, хочешь я тебе тюрьму для жителей реально сделаю, пошли, иди сюда, короче. Сейчас я его поймаю в эту, в эту тюрьму и посажу его, вы представляете? Так, смотри, сейчас давай я тюрьму для жителей построю, смотри. А, вот, а, вот такую вот, смотри, смотри, вот такую вот. Видишь, да, неплохо, как получается. Да, да, я вижу все. Так, ну, можешь мне помочь, да, да, да. Сейчас я тебе помогу. Так, ну, все, можешь реально мне помочь. Так, смотри, вот тут, тут у них решетки будет. Вот ты можешь сюда в любое время в эту тюрьму приходить и кушать просто этих жителей. Ты представляешь? Так, сейчас мы его, ребята, поймаем. Настало время его затроллить. Этого, этого предателя. Так, все, смотри, у меня уже все готово почти, что давай достраиваем. Вот тут вот последнее все. Так что давай, давай вот так вот достраиваем. Смотри, реально все вот так вот. Все, мы почти достроили. Давай, давай, я тебе помогаю. Так, все, ну, давай, крышу пока что строй, в общем-то, все, мы почти все достроили. Вот, все, отлично, предатель, все, мы почти что. Сейчас я тебе жители сюда, сюда доставлю. Смотри, вот тебе жители. О, ням-ням-ням. Стой, сейчас я кое-что тебе еще дам. Подожди, смотри, ä, короче, у меня тут есть такая штучка, такая штучка, хочешь ее проверить? Да, давай, я хочу все проверить. Так, ну иди сюда, смотри. Вот, иди сюда, вот становись вот сюда вот. Так, вот становись вот так вот посередине, да, 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 вот становись так, так, все. Эй, ты что сделал? Я выбраться не могу, что за фигня? Все, ты попался, я тебя поймал. Все, видишь, это я, Евген. Эй, ты что сделал? Зачем? Зачем я тебя уничтожу? Ты отсюда вы не выберешься, зря ты похищал этих жителей. Так, сейчас этих жителей надо будет выпустить. Так, Евгенбой, Бой, выпусти уже нас. Так, ладно, сейчас я вас выпущу. Смотрите, смотрите, давайте, выбегайте быстрее отсюда, пока он не выбрался. Ну что, нравится тебе здесь, да? Я тебя поймал. Круто тебя обманул, эй! Эй, ты что, ты как выбрался? Так, ну-ка, это не игрушки уже, чувак. Так, ты что делаешь? Так, вот, держи. Смотри, иди сюда. Быстро туда встал. Быстро встал туда. На, получай. Нет, 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 Евген, не стреляй. Так, быстро туда встал, я тебя сейчас застегну, как следует. Вот на эти вот цепи, и ты не выберешься, понял? Понял, на, я тебя сейчас на все эти виды пристегну. Эй, не надо, не надо. Так, давай, чик 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 Так, ну-ка, чик 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 чик, -чик. Все, пристегиваю тебя. Все, я тебя поймал. Все, ты отсюда никуда не денешься, понял, предатель? Зря ты похищал жителей, ты связался не с тем, не с тем, кем нужно. Ты связался со мной. Вот, я притворился просто при и поймал тебя за решетку, ты представляешь? Так, ну-ка убери это все, убери свою С4 вот эту вот. Убирай давай. Быстро убрал, иначе. Так, ну все, сейчас, 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 тебе не поздоровится. Так, ну все, быстро убрал, я тебе сказал. Быстро убрал все это. Ты меня понял? Так, ладно, давайте я ему тут ловушки сейчас сделаю, чтобы он уж точно не выбрался. Ты хочешь, чтобы я эти ловушечки тут пон понаставлял? Давай-ка, давай-ка я тебе сейчас такие ловушки понаставляю здесь, что ты в жизни никогда отсюда не выберешься. Ты меня понял? Вот так, подождите. Вот так вот. Все, отлично. Во, смотри. Че, все, понял, да, предатель, как связываться с Евген боем, как связываться с ютуберами. Да, все. Ну все, смотри, теперь ты никогда. Да, отсюда вы не выберешься не надо этого делать евген нет это надо делать это надо вот так вот Ха -ха -ха. ну чё все можешь идти в принципе да в принципе а -ха -ха -ха. ну чё Эй, евген зачем так быстро сюда появился и встал в эту решетку ты меня понял быстро быстро в решетку. Все, я тебя застегнул, ты не можешь никогда отсюда выбраться, понял? Чик -чик -чик. Все, отлично. Все, я тебе ловушечку сделал, теперь сиди тут. И, в общем-то, наблюдай за решеткой, за всеми, понял? Тебя отсюда никто не выпустит. Ха-ха-ха-ха. Так, ладно, давайте я ему еще одну ловушку тут сделаю, думаю. И на этом, думаю, с него хватит. Потому что все, я его уже поймал. Я его уже достаточно потроллил. И поэтому он здесь будет сидеть до конца своих дней. Вот, так как говорится, то есть, так, все, давайте тут ему лаву в общем-то сделаем. А хотя можно ведь вот так вот: сет лавой, тут просто прописать сет лава, все отлично. Ха-ха. Так, подождите, сет лава. Во, все, все. Ну, чё, как тебе тут живется? чё, как, нормально, Евген? Не оставляй меня здесь, я буду послушным предателем. Я тебе уже не верю, я тебе уже не верю, просто поэтому ты будешь самым непослушным предателем. Вот, так что давай, удачи тебе! Все, теперь ты никуда отсюда не денешься. Ладно, друзья, все, я поймал этого предателя игры Among Us. Что такое житель? Дело Купец. в том, что наш ну эксперт по SCP, Думаю, ты его знаешь. Он нашел новый тотем. Новый тотем? Какой? Какой, еще тотем? По SCP тотем? Нет, не по SCP, а по предателю Among Us. В смысле? По предателю Among Us Ты представляешь? Ничего себе, а где он Находится? Давай спросим. А где он находится? Он находится, наверное, там в горе, я знаю Я просто призывал уже без тебя тут а, Всяких реально? разных SCP, да, поэтому Пошли Покали? за мной. Да, сейчас я тебе Покажу. Вау, пойдем скорее. Я не знаю Откуда у него этот тотем, правда Но, короче, у нас есть такой эксперт Объясняю, который находит всякие Разные тотемы в шахтах там или в аду Ну, в мирах разных, короче и, Слушай, это круто. В общем, он мне их дает Чтобы я их призвал и уничтожил ты представляешь, вот он здесь ага. живет. Тут, тук тук, -тук, -тук. Можно посмотрим. войти. Да, входите. Так, давай войдем. Вау, Пойдём. офигеть, смотри. Вот этот предатель, как он выглядит. Реально, это он, это тот самый да. предатель? Это он житель? Да, именно он. Помнишь, Евген, в прошлом видео он всю нашу деревню перебил. Перебил всю да. нашу деревню? Что ты Евген, делаешь? Евген, иди сюда, помоги открыть сундук, что стоишь? А что там такое? Ой, ну, я не знаю, там что-то есть. по тот там-тотем! Да. О! Офигеть, смотри! Ого, да я жам... это вижу! Вау! А ты, ты просто сейчас хочешь активировать? Нет, смотри, нам нужно вот такую штуку построить, видишь? А, Собрать да. вот эти вот предметы, то есть адский камень. А где нам это все добыть? Это все в шахте находится, да, это житель? Золотой Именно блок. так. Все в шахте находится. В общем, идите тогда, добудьте, призовите этого предателя Эбонкас и уничтожьте его, потому что он перебил всю нашу деревню. Хорошо, я тебя понял, житель. Так, в общем, нам нужно да, сейчас... мы тебя поняли. Сделать я вот Ген такой бой, вот тут не один. тотем, видишь? Видишь этот тотем? Да, я вижу нужно? этот тотем. Вот два золотых блока, потом вот этот тотем ставится, вот этот, который мы сейчас получили, и потом... Слушай, отсекаем... Слушай а что это за монстр? Это это монстр, ну это херобрин, то есть тотем Херабрина, но с мы красными сделаем. Красными глазами. Да, мы сделаем сегодня сейчас тотем, то есть этого предателя. В а общем, предатель давай, из Амонкас. Да, да. Давай в общем-то, добывать дерево, потому что у меня Быстрее. инструментов нету для того, чтобы, то есть сделать себе. Добыть гирку. эти все блоки и так далее, да. Да. да, да? да все, добывать. Мы все, все нужно. тогда добываем как можно скорее. Да, Я давай, тогда крафчу верстак. Давай, давай, сейчас добуем. Опа, все, погнали. Да. Крафти верстак, пошли в шахту. Вон там у нас шахта, короче, есть. Беги за мной. Ты че так быстро бежишь? Я, я тебя не догоню. Просто нам нужно бой. быстрее это все сделать, потому что он может прийти. И, в общем, надо его перехитрить. Напасть на нашу деревню? Да, надо его переспешить. тогда. давай, спешить. -то, тогда. Да, давай, спешить. Побежали. Сейчас мы его призовем. Смотри, тут у нас серуда есть. Давай, в общем-то, крафти верстак. Все, вот я ставлю верстак скорее, давай, давай, давай. давай Крафти кирки. Как давай можно всё, скорее, я крафчу, крафчу. Сейчас. Так, смотри, я сейчас сделаю всё. кирку. Я сейчас сделаю кирку каменную, потом нам нужно Я будет тоже постараюсь. сделать железную кирку и найти уже золото. Ты представляешь? Ничего себе! Давай, да, давай, да, да, да. поспешим! Давай, поспешим реально! Давай железо да. быстренько добываем! Сейчас мы уже призовем его реально, нам совсем чуть-чуть осталось, и мы осталось его совсем немного. Просто призовем и уничтожим и этого предателя. Время самого интересного дай да, Так что смотрите до конца, так все. Получается, Уга. нам еще печка нужна Давай печку быстрее уголь. Давай, пока давай, что давай божник. Так, так, так. Быстрее, нам нужно все это сделать быстрее. Так, у тебя Надо есть, спешить. надеюсь, адский камень. Я думаю, ты его нашел. Там, адский меня... камень? Да, вот в инвентаре а где делал? он есть? Нет, у меня нет с собой. Но я могу поискать? в рюкзак зайти. Да, 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 зайди ка в рюкзак. Сейчас, подожди. Вот, в общем, давай сейчас тогда сейчас сделаю. Здесь. буду, то есть добуду вот этот, то есть уголь, все, его добыл. Так, ты все там уже нашел у себя? Да, я нашел, представляешь? Вау! Чё, реально? Ну-ка, скинь мне его. Да, ничего себе, я его разглядываю. Подожди, он такой красивый. Адский камень-то. Сейчас у нас реально половину предметов уже есть. Ладно, держи уже. Два бока. Давай. У нас реально уже половину всех ингредиентов есть. Осталось сделать только зажигалку. И осталось сделать нам еще, точнее, найти золото. Золотые боки надо найти. Я пойду поищу в шахте. Надеюсь, то, что они Поищу в шахте, да, они там есть. Они есть тут. О, тут еще алмазный. Алмазный, да. Офигеть. Вау, круто. Можешь поискать где-нибудь тут тоже гравий, короче, а то тут его вроде бы нету, нам нужно просто скрафтить зажигалку будет, mm -hmm. а я пока что займусь этими золотыми и алмазными блоками, чтобы их я чтобы... нашел гравий, Евген Бой гравий нашел, хорошо сейчас да. я скрафчу кирку себе тогда уже, ты пока что раз, Вау. два, три, четыре, пять все скрафтил столько? Кирку, да, все, хватит нам столько. Супер, бро. круто. Давай, сейчас мы почти что уже близко к этому тотему, для того, чтобы призвать предателей Эмонкас. Так, давай. А ты куда вот так... подевался? А, ты блоки добываешь, что да, ли уже? Да, всю я добыл. Ничего себе. Так, давай, скрафти, скрафти все. Подожди, нам нужно. Еще это добыть. Во, 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 он выпал, дай мне во, его. Да, дай на, мне на, на, держи, это кремний, давай. кремний. Во, все, Ферон, его. сейчас мы все сделаем. Так, Пойдём давай скорее. в общем там, Так, подожди. Так, делаем зажигалку. Все, у нас все готово, сейчас мы сделаем сделаем тотем для того, а у тебя чтобы два бога есть? Предателя Амонкас. Да, у меня все есть а -а -а. уже, братишка. Так что, давай. Мы сейчас все сделаем. Смотри, делаем вот так вот, ставим. Подожди, два блока. ты вот здесь будешь призывать? Да, прямо здесь. Ты даже не обдумал, как ты это. Может, найдем получше местечко, не? Не-не-не, давай прямо здесь. Я всегда призываю рядом с деревней, потому что его тут легко будет поймать. Потому что это небезопасно. Да, не его легко будет поймать, у меня все под контролем, как бы. Так, давай сейчас ставим адский камень. И на счет три мы поджигаем. Раз, два, три и три. Все. Мы его можно сказать, призвали. Давай, поэтому сейчас где-нибудь спрячемся и будем его выжидать. Будем его выжидать. Ой, как же я боюсь, реально, Бой. Да-да-да, сейчас уже темнеет, как раз таки. Вот смотри, справа пещерка есть. О, пошли туда, реально. Пойдем скорее так, туда, пошли да, туда. туда. Вот тут вот давай, закроемся сейчас, ну, скроемся точнее, давай, и давай, будем давай. здесь его вот ждать. Вот как раз видно тотем, давай Место его, в общем просто идеально. уже ждать. Зря вы меня призвали, я вас всех сейчас уничтожу. Феррон, ты е слышишь бен, это? Мой, ты это видишь, Офигеть. да. Вон он какой Жуть, опасный. Какая. Ничего себе, он нас видит походу, давай-ка вот тут вот спрячемся вот так вот, чуть-чуть посидим. Нет, надо посидим. с ним сражаться, не надо. Я вас вижу, я вас сейчас съем ребята, он говорит то, что нас сейчас съест. Я... Вы... мне очень страшно, слышишь? Евген Бой, чё? нам нужно уничтожить тотем. Причем как можно быстрее, да, побежали. давай, давай, побежали. Я Бери вас съем, руку, я пику. вам не дам этого сделать. Нет, О, а, 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 меня Бой, притягивает, меня притягивает, Давай а, руку быстрее, а, давай а, руку, э, Евген Бой, Вытолкни, вытолкни, давай, давай вытолкни. Давай давай давай, вы давай, 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 вы давай, 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 Все, 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 вытолкни. Вроде как получилось. Я вас я старался. уничтожу. Ой, так, Евген Бой, пожалуйста, ломай тотем, громадный. Подожди, ты тотем, Тебя, тебя затягивай, давай, ну, все, вот, погнали. Все, все. О, сейчас капец. подожди, сломаем. Давай, 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 ломаем вот так вот. Давай, так, ломаем, 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 ломаем. Аккуратненько, давай, аккуратненько. Давай. Все. Нет! Все зря получилось. Вы этого сделали. Вы меня очень сильно разозлили. Он говорит то, что мы его очень сильно разозлили, Слушай, ты представляешь? Евген, бой, нам нужно оружие. Да, найти. нам нужно оружие. Евген, помогите нам! Он нападает на наши деревни, да, он сейчас всех уничтожит ребята, вы слышите, жители кричали боятся кричали, очень. Да. Так, быстрее в кузнице, у меня там пушки есть кое-какие. Так, аккуратненько а, ребята, только ребята, в кузнице есть оружие, возьмите его. Так, всё, давай берем. Смотри, я беру вот эти вот оружие крутые, давай, ты тоже забирай. Да, я остальные тогда возьму. Так, ты ой, не против, побежали побольше, побольше, быстрее. Возьму, быстрее. Давай, давай, побежали, только аккуратненько вы тут вот проходим. Так. Давайте, ну, ребята, всё, удачи вам. Я вас съем. Я вас реально съем, зря вы меня призвали. Он говорит то, что зря мы его призвали. Давай, я с миниганом Давай, Генбой, отстреливай его. На, на, Вы действительно думаете, то, что меня можно так уничтожить? Вы ошибаетесь. Он Нет, говорит, не ошибайся. Так, смотри, у меня есть ракетница одна, то есть базука вот такая вот, давай. давай быстрее, так, вы, о! быстрее. Бум! Я его сейчас поджарю и в Ой, я его э -э 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 -э. поджарю. Так, ты давай, его поджаришь, давай, 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 <свят> Ой, ты меня поджарил Ой, извини, бро, быстрее, Ой, прыгай в говорю. воду, прыгай, вот тут я вода. Я съем, я вас все нормально? Съем. Да, все нормально, все нормально. Я так, съем. Так, давай киркой попробуем, смотри сейчас. Давай, а давай, где, давай, давай, так, Так, где, 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 где быстрее, тут его в любом стоит. Да, 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 Офигеть! Ура! Я еще приду. Ты слышал это? А какой? Да. Как он разговаривал, Я ребята? Не знаю, мы же его как, прикончили. Как это так вообще? Мы его уничтожили, да? Мы его уничтожили Что полностью? вообще здесь произошло? Офигеть! Вау, ладно, давай всё. пошли, в общем-то, в кузницу скажем да. жителям то, что все уже что нормально. Всё в порядке, и чтобы жители, они не Жители, Мы его уничтожили. А, молодец, Евген, и Ферот! Спасибо, спасибо вам, ребята! -да -да. Все, вроде бы мы уничтожили. Классно. Знаешь, такой позитивной настроение сразу вернулось. О, реально, реально позитивное. Евгенбой, иди сюда быстрее, кое-что нужно рассказать. что такое, жители, что случилось? Привет! Привет, Евген Бой. Дело в том, что в нашей шахте сейчас находится предатель из игры Among Us, и ты должен его затроллить. Чего? В нашей шахте сейчас находится предатель, а что он там делает? Он ищет ресурсы для того, чтобы сделать себе мечи. То есть он ищет алмазы для того, чтобы скрафтить себе меч? Да-да-да, и уничтожить всю нашу деревню. Ничего себе, ребята! Вы это слышали? Этот предатель реально его нужно затроллить, поэтому давайте, смотрите, я сейчас скин алмаза вот такой вот надеваю. Вот так вот, отлично. И сейчас мы замаскируемся. Смотрите, у меня есть алмазная руда, а также есть вот такие вот камеры. Поэтому давайте я сейчас к нему в шахту уже пойду и буду его там троллить. Кстати, алмазы мне нужны для того, чтобы вот так вот с ними сливаться. Видите, да, я в такой вот скин превратился. Вот, и сейчас я его по максимуму буду Троллить, потому что я должен ему реально отомстить. Я здесь, я в шахте. И сейчас я ищу алмазы. Вы слышите, он там говорит, ищет алмазы какие-то. Где мои алмазики? Он говорит: где мои алмазики? Он реально смотрите, добывает там кирку и какую-то, ну то, точнее, камни. Давайте мы тут поставим много алмазов. Вот так вот, смотрите. Все, камеру тут еще поставим, чтобы я мог за ним наблюдать. О, алмазы! Я сейчас добуду их. Ой-ой-ой, ребята, сейчас нужно уйти. Реально смотрите. Эй, ты кто? Ты кто такой? Ребята, он кажется, за мной бежит. Кто ты такой, иди сюда. А нет, вроде бы он со мной, за мной уже не бежит. Фух. Ладно, давайте мы сейчас э, через камеру уже, наверное, посмотрим. А камера не работает, он ее сломал. Чего? Так, ну ладно, ладно. Он, он хитрее, чем я думал. Поэтому давайте мы сейчас возьмем вот такие вот троллинг-блоки. И сейчас мы его реально будем троллить по максимуму. В первую очередь, я сейчас. Сейчас закроем ему выход из шахты. Вы представляете его удивление, когда он не сможет выйти из этой шахты? Да, вы давайте вот так вот его закрываем. Здесь вот такими вот блоками. Так, все, отлично, я его закрыл. Так, нужно бы уже выйти мне. Так, он, кажется, будет сейчас выходить. Смотрите, так нужно алмазы тут поставить. О, алмазы! Ничего себе! Эй, почему я выйти не могу? Ребята, он выйти не может. Ха -ха -ха. Вы видите, как я его троллю? Самое главное, что он меня не видит, потому что я сливаюсь с этим алмазным боком. Эй, а выпустите меня, выпустите меня. Ребята, вы слышите, что он говорит? Так, ладно, давайте мы теперь другой вход закроем. Эй, ты кто такой? Иди сюда. Ребята, он, кажется, меня заметил, но нужно быстренько сейчас второй входик перекрыть. Так, 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 давайте перекрываем этот вход. Все, отлично, ребята, я его перекрыл, вы посмотрите. Ха-ха-ха, все, он теперь из этого хода не выйдет. Так, тут вроде бы есть черный выход с этой шахты. Он сказал, вроде бы есть черный выход с этой шахты какой-то. Смотрите, он не может выйти. Ха -ха -ха -ха. Я его закрыл просто по максимуму. Смотрите, он реально не может выбраться отсюда. Эй, помогите мне. Так, ребята, давайте тут ему тоже алмазики такие вот поставим. Смотри, у меня тут алмазы есть. Сейчас я тебе покажу, смотри. Вот такие вот, видишь, у меня алмазы есть. Так, нужно кослиться будет с ними. Эй, Эй, выпустите меня, дам алмазы, дам алмазы, срочно нужно выпустить меня. Так, ребята, ну-ка быстренько убегаем, он, кажется, прорыл там э, стену и вроде бы хочет выбраться. Так, ладно, давайте мы приступим к другому методу уже троллинга. Да, 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 реально, мы приступим сейчас к другому методу троллинга. Мы ему сейчас поставим заминированную алмазную руду, а она делает вот такой вот бабах. Смотрите, вот я к ней подхожу, начинаю её добывать, и она взрывается просто, поэтому давайте мы сейчас ему вот столько поставим. Эй, ты кто такой? Ребята, он кажется меня спалил. Все, давайте ставим ему алмазы. О, алмазы! Алмазы! Где мои алмазы? Так, ребята, смотрите. Еще алмазы! Ха-ха-ха! Ребята, вы видите, как я его троллю? О, ребята, он кажется, меня заподозрил. Ну-ка, быстро нужно скрыться. Эй, иди сюда! Ты кто такой? Ребята, он, кажется, меня узнал. Так, ой-ой-ой, он меня бьет! Он меня бьет. У меня мало сердечек, очень мало сердечек. Так, давайте выбегаем быстренько. Эй, иди сюда. Иди сюда, быстрее. Иди сюда. Так, ребята, нужно конец палиться будет. Иди сюда, я сказал. Ребята, нужно как-то реально не палиться будет сейчас уже. Так что давайте мы быстренько сейчас его еще чуть-чуть потроллим Смотрите, у меня есть тут еще такие вот а, ТНТ. Смотрите, где он там. Я иду искать алмазы. На, получай, получай. Эй, ты это что такое? На, получай, получай. На, получай тебе. Эй, что за фигня? Что за фигня? Эй. Так, ребята, ну-ка, быстренько нужно-ка тоже будет замаскироваться. Тут под алмазы, что за бред? Эй, эй, так, 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 быстренько маскируемся, все отлично. Вот так вот, и давайте мы сейчас в него будем кидать вот эти вот штукенцы. Смотрите, вот так вот, на, получай тебе, получай. Эй, что это такое, ребята? Он вообще не понимает, что здесь происходит. Ладно, смотрите, у меня есть тут другой тинти-блок. Эй, предатель, это я. А узнал меня? Смотри, кто я такой сейчас? Смотри, смотри. Узнал меня? Смотри, стой. Хочешь, я тебе прикол покажу? Давай покажи мне прикол. Смотри, смотри, предатель. Я тебя уничтожу сейчас. Ты не сможешь этого сделать, потому что все уже. Ты меня не уничтожишь, ой, 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 ой. Так, тут кое-что сейчас взорвется, нет. Так, ребята, фух. Eita, tio, é isso da Это дом. Ребята, так быстренько выпиваем зельку невидимости. Все, я выпил зелье невидимости. Теперь меня уже не видно. Теперь я не маскируюсь под обычный бок. А теперь я просто уже как бы играю за, за это, за невидимку. Поэтому давайте мы его дальше будем продолжать какими-то образами тролли. Так, смотрите, он тут находится. На, получай, получай. Давайте взорвем ему вот так вот дом. Ха -ха -ха. На, получи, получи, предатель. Эй, хватит меня троллить уже. Кто здесь? Ребята, он не понимает, кто здесь. Да? Смотрите, он сейчас улетит просто. На. Э, чё, как он так летает, ребята? Чё за фигня? На, он полетел, полетел, я тебе сказал. На. все отлично, смотрите, он улетел. Я не понимаю, что это за бред. Ребята, он говорит, не понимает, что это за бред. Так, ладно, нам нужно пока что будет выбраться, наверное, отсюда. Давайте поэтому я сейчас выберусь. Вот так вот. Ха -ха. Ребята, ну прикольный троллинг, согласитесь, в шахте. В шахте я его просто по максимуму Здесь будут троллить. Смотрите, тут у меня есть еще невидимые блоки. Э, конечно же, тут еще есть рельсы. Вау! Я надеюсь, он выбрался. Да, смотрите, он выбрался. Эй, смотри, тут рельсы. О, сейчас нужно будет прогодиться на вагонетке. Ребята, он говорит: ой, сейчас нужно будет прокатиться на вагонетке. Только мне нужно будет убежать, и он уже взорвался, ребята. Ладно, давайте я ему еще тут рельсы поставлю, смотрите. Какой-то он вообще реально бессмертный предатель. Вот, я ему тут рельсы еще поставил, поэтому давайте мы сейчас отбежим и будем ждать, когда же он на своей вагонетке уже будет здесь кататься. Я надеюсь, он сейчас уже выберется. Так, пока он выбирается, давайте знаете, что сделаем? Тут ему краш устроим. Вот такой вот. Так, смотри, предатель, тут рельсы есть. О, еще раз! можно будет пригодиться. Смотрите, что я здесь заспаунил. Я здесь очень много домов заспаунил. Ничего себе! Ребята, все, я его, можно сказать, по максимуму уже затроллил. Да, ребята, ничего себе! Вы просто посмотрите, тут дом на доме. Офигеть, смотрите, где предатель. Где мои алмазы? Ребята, он не понимает, где его алмазы, но зато он понимает, смотрите, вот эти вот рельсы. На, садись на них. О, ребята, он сел на них, и смотрите, просто все взрывается. Ха -ха -ха. Ребята, это очень смешно. Так, ладно, давайте его еще бомбой потроллим. Но бомба действует, если он находится в режиме выживания. Поэтому нужно будет ему поставить здесь бомбочки такие вот. Все. Отлично, смотрите, бам! Ха -ха. Смотрите, как он просто отлетел, ребята. Ничего себе, ребята, это очень прикольно. Ха -ха. Смотрите, он тут снова заспавнился, Ой-ой-ой. Так, так и я могу погибнуть. Ладно, думаю, ему нужно будет уже признаться, наверное, то, что это я его на протяжении всего видео троллил. Ладно, давайте я сейчас тогда уже. Каким-нибудь образом выпью, э, точнее не выпью, а вот так вот сделаю, смотрите, что я ему сделаю. Вот так вот просто и вот так вот телепортируюсь к нему. Ну что, привет, привет, предатель. Привет, это ты меня троллил здесь. Да, это я тебя троллил, представляешь? Круто получилось. Нет, это не круто получилось. Я тебе сейчас буду троллить. Ты не сможешь меня затроллить. Так, пока, ребята, кажется, он сейчас очень злой, очень злой слышишь, если ты от меня не отстанешь, я все равно вернусь и буду троллить тебя. Хорошо, я больше к тебе не буду. Приказаться вообще и к вашей деревне, потому что вы какие-то странные. Мы странные, да, это ты странный. Ты нашу деревню всю взорвал. Я не буду больше к вам подходить, потому что ты всю мою шахту взорвал. Ребята, вы слышали, что он сказал, потому что я всю его шахту взорвал. Ладно, думаю, с него уже хватит. Я его достаточно потроллил, так сказать. Поэтому давайте я сейчас пойду уже в кузницу, уже наступает вечер. Думаю, он уже больше не вернется. Тут мы нашли кое-какие новые саженцы. Пожалуйста, посади их. Хорошо, жители, а где они вообще лежат, эти саженцы, новые какие-то, новые виды, что ли? Да-да, они лежат вот в этом доме, в сундуке. Хорошо, сейчас давайте посмотрим, что за новые виды саженцев. Так, ребята, вы посмотрите, офигеть, это же реально новые виды саженцев каких-то, смотрите тут. Алмазное дерево, дальше изумрудовое дерево. Вау, ничего себе. Хорошо, сейчас я их посажу, жители, конечно. Так, ладно, давайте, в общем-то, уже посадим посадим эти деревья. Офигеть! Смотрите, тут какой-то саженец еще валяется. Ничего себе так, ладно. Давайте быстренько вот так вот их здесь рассадим. Во, отлично так теперь. Вот это дерево, это, по-моему, светокамень. Да, это дерево состоит из светокамня. Это неизвестная руда. Ничего себе, это изумрудовое дерево. Вы посмотрите. Офигеть! А это, по-моему, дерево из редстоуна. Ну или же из красной этой пыли, или как оно, как оно называется, да. В общем-то, ой, дерево тут появилось. Офигеть, вы Посмотрите, как круто это выглядит, Ни... ой, точнее, выглядит, ничего себе, вау, реально прикольно у нас получилось, то есть у нас, смотрите, есть дерево и из света камня, из какой-то неизвестной руды, дальше, по-моему, это что, лазурит, ну, прикольно, прикольно так-то они выглядят, ладно, житель, в общем-то, я посадил, спасибо, Евген Бой, не за что, не за что, Евген, Евген, тут появилась какая-то могила, в смысле, какая-то могила появилась в нашей деревне? Нет, не в деревне, а в поле. В поле? Ничего себе! А вчера что-то ее не видел, типа она недавно что ли здесь появилась? Да, она появилась здесь недавно. Вчера я там как бы грибы собирал, и в поле ничего, никакой могилы не было. Хорошо, сейчас я посмотрю. Сейчас я посмотрю. Жители сказали, то что тут какая-то могила появилась. Офигеть! Ничего себе, ребята, вы посмотрите тут реально какая-то появилась могила. Ничего себе. Вау! А как она здесь появилась? Я тоже вчера ее не видел. Офигеть, она огромная. Кстати, деревья неплохо выглядят. Эй, помогите, помогите, помогите мне. Кто здесь, эй? Кто-то там, кто-то там, ты чё? Тебя чё, заживо закопали, что ли? Помогите мне, помогите, пожалуйста, да. Помогите, кто-то кричит. А кто здесь, кто там? Это я, предатель из Among Us. Предатель из Among Us? Да, это я. Ничего себе, у него голос странный. Хорошо, сейчас я тебя раскопаю, предатель из Окей? Окей, давай быстрее, пожалуйста. Так, ребят, это предатели за Монкас. Я не знаю, может меня кто-то опять разыгрывает, но мне кажется то, что реально кто-то меня разыгрывает, потому что там не может быть предателя за Монкас, так как в прошлом видео я его уничтожил. Когда он, ну, точнее, когда я через камеры за ним следил. Так, ладно, давайте возьмем, в общем-то, алмазный меч. Дальше дробовики вот эти вот возьмем. Вот так, у нас есть алмазная кирка, еще и лопата на всякий случай. Житель, представляешь, там кто-то, ну, точнее, закопан в могиле, и мне он говорит то что это предатель то что он предатель из игры Амонкас. евген не надо его раскапывать это может быть реально он а может быть это кто-то прикалывается из жителей да вряд ли я тебе говорю не надо хорошо я посмотрю только что там не надо евген не делай этого да не я я так это просто раскопайте <рапрошу> меня помогите Ребята, реально там кто-то кричит. Кто здесь? Кто здесь? Это я предатель из Амонкас. Ты что говорить не можешь? Да мне дышать тяжело. Дышать тяжело. Так давайте попробуем раскопать. А, ребята, там реально какой-то предатель из игры Амонкас. А попался Евген. Попался Евген, он говорит, ничего себе, что за фигню ты говоришь, я вообще-то раскопал твою могилу получается. Ну да, спускайся ко мне. Спускаться к тебе, ничего себе у него голос меняется, офигеть, это же реально предатель из Амонкас, что он здесь делает? Я здесь уже загопан сто лет. Сто лет или тысячу лет? Тысячу лет я уже здесь закопан. Ты уже здесь закопан? Тысячу лет? То есть я сейчас раскопал могилу предателя из игры ОМОН-К спустя тысячу лет? Да. Ничего себе. Офигеть. Не, ты не будешь меня трогать? Нет. Спасибо, то, что ты меня освободил. Спасибо то, что я тебя освободил. В смысле освободил? Чё за фигню ты говоришь? Так, ну ты не двигайся, ты у меня, если чё, на мушке под дробовиком как бы. Хорошо, я не двигаюсь. Так, ладно, ладно, вроде бы реально он меня не атакует, а если стрельнуть? Реально вроде бы он меня не атакует, ребята. Так что все нормально. Опа, тут какой-то сундук, можно его открыть? Да, открывай. Открыть тут то точно ничего не взорвется. Офигеть, что это за вещи. Смотрите, радужная броня. Ничего себе, радужная кирка. Офигеть, вот это да. Ничего себе, смотри, какой я быстрый стал. Спасибо тебе за эти вещи. Это реально крутые вещи. Ничего себе. Вау, спасибо тебе. Да не за что, забирай. Забирать можно их? Офигеть, ребята. То есть этот какой-то предатель, он очень добрый. Ничего себе. Вау, давайте себе сейчас эти вещи заберем и уже про посмотрим на них, то есть осмотрим, так сказать, их. Да, так, давайте, в общем-то, раскопаем сейчас себя только. Вот так вот только, вот так вот раскопаем. Смотрите, тут реально какие-то крутые вещи. Ой-ой-ой, так, лучше вот этими вещами не пользоваться. Да-да-да, лучше ими не пользоваться. Так, ладно, давайте вот так вот, в общем-то, мы выбираемся сейчас. И, в общем-то, давайте мы будем смотреть, что это за вещи, что это за блок. Вау, офигеть, я на нем могу взорваться, ничего себе. Ребята, вы когда-нибудь видели такие блоки? Прикольные, офигеть Вы посмотрите, я могу вот так вот просто прыгать и взрываться Это то есть фейковые руды Фейковые блоки, смотрите Вау, заминированный булыжник Ничего себе Прикольно, прикольно так-то Вау Так, смотрите, тут еще есть вот такие вот тентишки Прикольные, смотрите Вау, я могу ими вот так вот все чисто взрывать Вау, прикольно Чисто вот так вот раскопать шахту можно Вот этими тентишками, посмотрите офигеть смотрите как все здесь разлетается ничего себе давайте еще вот этими покидаемся о смотрите вау мы выбрались прикольно кстати с этой шахты так ладно давайте другие вещи какие-нибудь посмотрим так все мы выбрались с помощью этой штуки так что тут еще есть вау тут заминированные разные блоки смотрите кирка есть вот такая вот еще кирка эндера кстати давайте попробуем телепортироваться вау вы посмотрите как прикольно это выглядит офигеть вот эти деревья так прикольно выглядят они, смотрите, я могу вот этой штукой еще побросаться, вот, прикольно, прикольно, так, давайте попробуем еще вот этот блок взять, смотрите, вау, я могу вот так вот чисто блоками раскидаться, это, это круто очень выглядит, также есть какой-то топорик вот такой вот прикольненький, да, так, смотрите, тут есть монстры еще какие-то, вау, да я же могу с ними посражаться, так, давайте только включим сложность, смотрите, тут монстры всякие прикольные есть, ха-ха, Смотрите, смотрите, тут големы. Давайте битву здесь устроим. Вау. Ха -ха. Смотрите, битва чисто. Битва. Битва монстров. Вау, прикольно. Получается у нас тут все. Так, давайте вот этого эндермена. Сейчас, ой-ой-ой, отходим, отходим. Сейчас эндермена то. А то смотрите, как он притягает к себе всех просто. Вау. Смотрите, он сейчас просто всех взорвет. Ничего себе, ребята. Это очень круто и прикольно даже выглядит. Так, ладно, давайте. Смотрите, тут вагоны какие-то есть. Так, давайте вот так вот рельсы мы тут про проставим, так сказать. Смотрите, тут реально вагон можно поставить. Какой-то вау! Офигеть! Вы посмотрите, здесь вагон можно еще реально поставить. Так, вроде бы, смотрите, тут еще есть невидимые блоки. Вот такие вот, видите, невидимые блоки. А есть еще блоки, которые, ну, фейковые блоки. Смотрите, тоже какие-то блоки. Ну, с помощью них я могу как бы сквозь проходить них. Вау! Прикольно, даже прикольно. Так, ладно, давайте я вам покажу еще все машины. Так, это я по жить могу, да, потому что мне это реально не нужно. Вот как бы броню я, наверное, себе оставлю. Я вам машины не показал, как они выглядят. Давайте тачки я вам покажу лучше, как выглядят. Смотрите, тут очень разные машины есть, прикольные машины, причем. Давайте их вот так вот поставим. Смотрите, первая машина, вторая машина, вторая, три, ой, третья, четвертая, там пятая уже. Вау, прикольно они все выглядят, конечно. Вау, реально, смотрите, сколько машин здесь. Офигеть, ребята, они круто очень выглядят. Все, вы посмотрите просто. Так, еще тут что есть? Еще есть вот такая вот машинка какая-то. Вау, прикольно так. Так, ладно, давайте я, в общем-то, уже все вещи туда положу. Я их потому что все просмотрел. Так, ладно, давай я тебя тогда, предатель, освобожу с этой могилы. Так, опа, все, я его освободил, ребята. Да, все неплохо. Вещи я, наверное, какие-то себе оставлю. Вот эти вот радужные, допустим. Смотрите, я тут построил вот такой вот защищенный дом. Вот такой вот он прикольненький. Он очень прочный, я вам хочу так сказать, смотрите, тут есть вот такая вот дверь, вот тут вот такие вот как бы колючки, да, это все для того, чтобы как бы предатель из игры Амонкас ко мне не пришел и не уничтожил меня, вот, потому что я сегодня ему буду строить ловушки, вот, и в котором попадется, да, по идее, в троллинг ловушки, вот, смотрите, у меня есть вот такие вот предметики, сейчас я вам их продемонстрирую, как они работают, и я хочу, в общем-то, этого предателя затроллить, вот, чтобы, ну, точнее, сделать уже ловушки, и чтобы он в эти троллинг ловушки попался. Вот смотрите, с виду это обычный вроде бы алмаз. Вы видите, ну точнее алмазная руда. Но когда мы ее либо, то есть сломаем, сейчас я вам покажу, вот так вот либо ее сломаем, она взорвется. Либо на нее мы прыгнем, она тоже взорвется, как вы можете это заметить. Вот это очень такая прикольная прикольная ловушка. Вот в которую предатель Амонкас должен попасться. Дальше смотрите, у меня есть вот такой вот призрачный блок. Вот под этим призрачным блоком можно делать тоже ловушки, типа ям вот таких вот. Вот, смотрите, типа ям вот таких вот. Можно делать вот такие вот ловушки этому предателю. Смотрите, я просто в них проваливаюсь. Ну, проваливаюсь, да, прикольно. У нас все получается. Смотрите, дальше у меня есть вот какой-то тут, сейчас покажу. Сейчас я вам продемонстрирую. Смотрите, невидимый блок, блок воздуха, смотрите, вот такой вот. Вот, с помощью него тоже можно очень прикольно троллить. А, да, поэтому, ладно, давайте я сейчас сяду уже в свою «Ламборджини» чтобы, то есть, найти этого предателя, он как раз рядом где-то тут живет. Представляете, рядом с нашей деревней, не знаю, что он здесь делает, опять этот предатель, но сейчас мы его уже затроллим этими троллингами ловушками, да. Так что давайте сейчас поедем уже. Вот тут вот у нас предатель живет, сейчас останавливаем машинку, да, Ламборгини мою. Вот, и сейчас мы уже, вот, вот его дом, вы посмотрите. Я сегодня кого-нибудь точно затроллю. Это предатель, смотрите. Вон он там стоит, что-то. Вы просто посмотрите, реально. Это предатель. Поэтому давайте мы сейчас этого предателя затроллим. Эй, предатель, так он что-то нас не видит. Он что-то какими-то там делами, наверное, занимается, да, этот предатель. Такой-ой-ой-ой. Он, кажется, ходит здесь. О, нет, о нет, о нет. Евген, привет! Что ты здесь делаешь? Уходи отсюда. Ла. Так, ребята, я ухожу. Да-да-да, все, предатель, я сейчас ухожу. Восстанови мне забор. Сейчас я восстановлю. Ладно, все, 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 я ушел. Так, все, я думаю, он сейчас увидел то, что я ушел, и не будет за мной следить, а будет заниматься своими делами. Так, все, он занимается своими делами. Давайте, ребята, его уже как-нибудь троллить. Так, все, погнали. Сейчас мы вот так вот полетим, полетим. Так, делаем первое, это невидимый блок. Сейчас я сделаю ему такую ловушку с лавой, вот в которую он просто провалится. Вы представляете, да? Так, ставим тут вот такой вот невидимый блок. Подождите, а че он сюда не ставится? Что за фигня, давайте-ка мы Его поставим, вот так вот во Все, отлично, сейчас мы эту воду Смотрите, с этим, вот Смотрите, сейчас мы с этим эту в воду Просто вот так вот, хоп И просто вниз вот так вот с этим сейчас Вот так вот, все, смотрите Сет 0 получается. Во. И тут можно какую-нибудь лаву поставить. Сет лава. Все, отлично. Сейчас мы ставим. Ставим, точнее, при, прозрачный блок. Да, призрачный блок. Смотрите. Вот так вот все мы ставим. Во. Отлично, ребята. И сейчас он попробует выйти. Надо бы сходить мне прогуляться. Ребята, он сказал, надо бы сходить ему прогуляться. Так, он что-то выйти не может. Эй, почему я выйти не могу? Что за фигня? Ребята, он выйти не может. Выпустите меня отсюда, ла. Так, ребята, давайте ломаем и выпускаем его. Так, он идет, идет. Смотрите, тут у нас ловушка. Вот тут вот он мимо нее прошел почему-то. Ой-ой-ой, он мимо реально нее прошел почему-то. Она вот здесь вот прям. Так, вау, офигеть, он упал, смотрите. Нет, что за фигня, Евген, это ты. Ребята, он кажется меня заметил. О нет, он сейчас же возвратится. Он сейчас меня будет искать. Так, э, я не знаю, что мне делать. Ну, я отомщу этому Евгену. Так, ребята, давайте мы поставим ему алмаз. Эй, предатель, я хочу. Я хочу извиниться перед тобой. Смотри, у меня есть вот такой вот алмазик. Иди сюда. Хочешь его? Да, я хочу этот алмаз. Так, ну, давай, давай, иди сюда тогда, предатель, смотри, вот, ломай этот, этот твой алмаз, смотри, какой он. У, у вау, круто, да? Эй, что за фигня, Евген, это не алмаз. Да посмотри, это алмазы же, смотри, добудь их, давай, 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 добывай. Эй, да офигел, Евген. Почему ты так со мной поступаешь? Потому что ты предатель. Я не предатель. У тебя даже ник предатель. Это неправда. Ну ладно, Евген, все, я тут сейчас все восстановлю и отомщу тебе. Не надо мне а, от, отомщать, то есть, ну, не надо мне мстить. А, давай, давай я просто заглажу вину, знаешь как? Как? Ну ка, покажи мне. Вот, смотри, как я заглажу вину свою, смотри. Нет, мой дом, нет, что ты делаешь? Вот, все, я загладил твою вину, в общем-то. Вот, все, давай тогда пока. Эй, Евген, я к тебе сейчас приду и просто тебя уничтожу. Так, ребята, он сейчас ко мне захочет прийти, поэтому давайте сделаем еще другие троллинг-ловушки. Так, давайте, в общем-то, уже поехали. Поехали на ламбе. Так, давай, 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 разгоняйся быстрее. Так, все, все, все. Теперь ему надо сделать эти троллинг-ловушки будет. ой 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 Так, ладно, Ламборгини что-то меня подвела. Вот, поэтому давайте я просто сейчас уже здесь сделаю себе ловушки. Вот, в которые он попадется. Вы видели, как я его сначала затроллил? Вон он за мной бежит. Евген, я тебе еще сейчас. Ты ты не сможешь мне отомстить, потому что, потому что у меня дом защищен. Так, ребята, я не знаю, как ему троллинг ловушки эти сделать, потому что он уже сюда прибежал. Вот, он уже сейчас сюда прибежал. Так, давайте мы сейчас ему сделаем кое-какую троллинг ловушку, в котором попадется. Так, сет 0. Все, отлично, ребята. Все, ну и как ты к моему дому подберешься? Так, вон он, вон он. Евген, я к тебе подберусь, еще как. Так, все, ребята, сейчас я быстренько, быстренько делаю троллинг-ловушку, потому что он реально сейчас ко мне может подобраться. Евген, ты что офигел? Сейчас, сейчас, подожди, сейчас все будет нормально, не переживай. Сейчас я все, все здесь сделаю. А так, 0. 7, 8, 9, по-моему. Ой, что это я поставил? А, что за фигня? Это что за ловушка? Меня глючит. Ребята, его глючит, вы посмотрите. Он открывает эти двери. Так, унда, унда, надо прописать. У меня тоже что-то глючит. Так, что за бред был, вы видели? Так, э, сет 0798. Так, во, все, я тебе поставил. Давай, достань меня, достань меня. Давай, давай. Давай, достань меня. Ой, Евген, ты офигел. Все, ребята, смотрите, этот предатель просто сейчас О, погибнет. Я не знаю, да, мы его опять затроллили. Он попался в мою троллинг-ловушку. Евген, я тебе отомщу ты меня понял. Так, ребята, а теперь знаете, что надо сделать? Надо поставить мины. Надо поставить мины. Он ко мне строится, о нет. Эй, ты что ко мне строишься? Зачем? Зачем? Зачем ты ко мне строишься? Эй, ты что офигел? Ребята, он упал в мой троллинг ловушку. Вы видели, как я ему мину поставил? Сет, какой там сет? Подождите. Сет 0,798. Все. Чё думал, предатель, так все просто будет. Смотрите, Попадается в мои троллинг ловушки, ребята. Ой, как же это смешно выглядит! Так, ребята, ладно, давайте ему баррикаду тут сделаем. Эй, ты что делаешь? Ты что, давай, падай туда, падай, я тебе сказал, падай. Падай, падай. Ты че, офигел что ли? Ребята, я его просто затроллил. Так, ладно, сейчас мы ему тут стену поставим, такую необычную, знаете? Такую стену мы ему сейчас поставим из одних кое-каких крутых блоков. Стой, предатель, подожди, смотри, хочешь фокус? Давай, давай фокус. Отойди тогда подальше от моего дома. Отойди сейчас подальше от моего дома просто. А, вот, давайте сейчас мы сделаем такую стену просто. Вот, как, как там, а, сет 0810, сет 0810. Все, все, смотри, предатель, давай, иди сюда ко мне. Эй, что это за фигня? Так, ну давай, заходи, пытайся зайти, ко мне что не можешь. Ха-ха-ха! Все, я тебя. Смотрите, ребята, он упал что-то, куда-то туда че за бред. Ребята, он что здесь сломал, что-то что ли? Ой, как он эту стену сломал! Ты че, предатель офигел, что ли? Так, Евген, я все равно подберусь к твоему дому. Нет, ты не сможешь к нему подобраться, потому что я уже тебя тут троллю по полной. Я тебя тут просто затроллил. Ты это понимаешь? Ты понимаешь то, что я тебя затроллил? Так, давайте мы сейчас вот тут вот вводим... Сет. 0 получается, смотрите. Вот, смотри. Смотри, сет 0789. Все. Ой, смотри, иди сюда. Заходи, заходи в эти двери. Заходи. Я не буду заходить в них. Заходи, ха-ха, смотрите, я его затроллил. Ой-ой-ой, как лагает. Смотрите, какие блоки я ему поставил. Офигеть. Смотри, смотри, давай, прыгай сюда. Прыгай, давай, уходи отсюда. -во. Так, ладно, давайте, все. Давайте, мне это надоело. Я реально сейчас по нему буду вот так вот стрелять. На, получай, получай получай тебе. Ой, не надо, все, я ухожу, я ухожу. Вот я так долго эту домашнюю работу делал, что смотрите, уже на дворе наступила ночь. Ничего себе, реально, уже, уже просто темная-темная ночь. Офигеть. Ладно, мне, наверное, сейчас надо будет покушать и уже ложиться спать, потому что мне завтра рано нужно будет вставать в школу, идти там на учебу свою, вот, и сдавать уже работу вот эту вот. Кстати, я вам забыл сказать то, что я переехал в город с деревни жителей. Дело в том, что мне нужно как бы учиться здесь и все такое, поэтому вот я пока что на время побуду в городе. Кстати, вот у меня тут есть омлет, давайте его реально покушаем. Так, ням-ням, мм, вкусно-то как, ничего себе, еще еще теплый омлет, вау, реально круто. Так, все, ням-ням, мм, покушал я вкусно очень. Так, давайте сейчас я помою вот здесь вот посудку, наверное, так, посуду чух-чух, так, все помыл, отлично все положил. Так, ладно, давайте я буду уже ложиться, наверное, спать. Чё это такое? Ребята, вы слышали какой-то? Кто-то как будто бы зарычал. Кто здесь? Эй! Так, ребята, давайте в окно посмотрим. В окно моей гостиной. Так, так, так. Ну-ка, вроде бы... Ребята, чего? Кто это такой? Это чё, предатель из игры Among Us? Евген Бой, я тебя вижу. Чего он сказал? Он меня видит? как он меня, он меня видит, смотрите, офигеть, это же предатель, ничего себе, ребята, это реально предатель с игры Among Us, офигеть, что он здесь делает, что он за мной пришел, что ли, ничего себе, он меня и в городе как-то нашел, так, 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 хорошо, что у меня есть тут оружие, так, нужно бы двери, двери проверить, двери нужно реально проверить, закрыты ли они или же нет, так, тут двери открыты, так, давайте мы тут дверь закроем, чик-чик-чик. Эй, Евген, выходи. Чё тебе выходить? В смысле, выходи, ну-ка, уходи давай-ка отсюда, давай, я не буду никуда выходить. Давай погуляем. В смысле, погуляем? Ты видел время, какой погуляем? Ну-ка, ну-ка давай, держи, держи. ты чё там ножик свой держишь? Чё, чё это такое, ребята, он ножик держит какой-то. Ой-ой-ой, очень страшно с этим предателем, уходи реально отсюда, давай. Я никуда не уйду. В смысле ты никуда не уйдешь? Так, ой, и ты дверь ломаешь. Я сейчас дверь эту сломаю. Он сломал. Чик -чик -чик. Так, закрываем эту. Фух, все, вроде бы не достанет меня. Не достанет меня этот предатель. Я сейчас эту дверь буду ломать. На, получай, получай. О, я сломал ее. Чего, ребята, он ее сломал? А, закрываемся в комнате, убегаем. Эй, эй. Постой, постой, Евген. Так, ребята, чих чик чик, чих -чик. так, все закрылись, отлично. Так не заходи сюда, не заходи сюда, предатель. Я тебе все равно найду. Эй, эй, -э -э, хватит, хватит, что тебе нужно? Я хочу с тобой поговорить. Поговорить со мной хочешь? Да. Ну ладно, давай поговорим, только не заходи сюда. Ой, больно, больно. Все, не стреляй. Хорошо, не буду заходить. Все, не заходи, не заходи сюда, реально. Так, что ты хотел? В общем, я хочу, чтобы ты мне нашел девушку. Кого нашел? Девушку? Да, я хочу себе девушку. Ты хочешь, чтобы у тебя появилась девушка? Да, я не шучу. В смысле, э, так сейчас же ночь, давай лучше утром. Нет, давай сейчас, пошли, пошли в кафе. В какое кафе, там что, там что, девушки, девушки, что ли? Да, девушки Амонгаз. Девушки Амонгаз там обитают и в кафе. Ну хорошо, пошли, покажешь только, только не смей, только ко мне подходить, ты меня понял? Я знаю, чего ты хочешь. Хорошо, хорошо, я не буду. Так, все, ладно, пошли тогда. Так, ну-ка, ну-ка, ты давай-ка я за тобой наблюдаю. Хватит ты доставать свой этот, свой ножик. Не надо это делать. Так, ладно, давайте, ребята. В общем-то, этому предателю, конечно, не доверяю, но может быть он реально хочет девушку. Мне завтра давай ты вперед лучше. Идея что-то не хочу. Давай-ка. Ну-ка, мне так безопаснее будет идти с тобой. В общем-то, смотри, там машина есть. Может быть, на ней поедем? Давай, это моя машина. Это твоя машина? Серьезно? Да, ничего себе! Она такая старенькая. Ладно, давай. Я, в общем-то, на заднее сиденье сажусь, наверное. Тогда давай, поехали. Давай едем. Так, все, давай, погнали, погнали, вези нас. Вези нас э, в кафе, в общем-то, ты куда нас везешь вообще? Так, ну-ка, ну-ка, давай в кафе, в кафе, вези-ка нас. Так, все, мы едем за девушкой мне новой. За девушкой новой, ладно, хорошо, за девушкой, так за девушкой. Я думаю, то, что ты там найдешь себе девушку, хорошо, в ресторане. Так, ну чё, давай уже тогда, вы, ну, высаживаемся. Давай, давай. Все, пошли тогда, в общем-то, уже. В общем, так, ну смотри, тут у тебя много девушек, смотрите, реально офигеть. А где ты такой ресторан нашел? Ну, я не знаю, просто увидел. Просто увидел, офигеть! Так, ну какую ты девушку хочешь смотреть? Тут есть девушка вот в таком вот э, желтом образе, да, желтом скине, можно так сказать. Есть девушка в таком вот э, в таких вот розовых тонах. Мне кажется, в розовых э, она намного привлекательнее будет. Ну, мне так тоже кажется тебе так тоже кажется хорошо? Ну-ка, я не знаю, давай-ка на них всех взгляну и скажу тебе, какую же тебе девушку тут завести, наверное, я не знаю. Давай, в общем-то, так. Ну, даже я не представляю, какую девушку тебе тут... Это тут... Э, так, может быть, мы тут пообедаем, а? Ну-ка, давай-ка нам приготовь что-нибудь. Давай, хорошо. Предложи девушкам к чаю там или кофе попить. Вот, тебе же нужны девушки как бы. Вот, мне, мне кстати, вот это вот, вот неплохая вот смотри, вот это вот, видишь, вот это вот такая вот, ну хорошая, мне кажется, девушка для тебя будет. Вот реально, а, мне кажется, она будет, ну очень добрая Вот, предложи ей пирожное На покушай. Так, все, вроде бы она кушает. Слышишь, видишь? Да, 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 она, она, она на меня посмотрела и кушает вроде бы. Вау, она реально кушает. Давай чайок налей ей. Да, вот тут чаек есть. Так, все, давай наливай ей чайок, в общем-то, все, она вроде бы его так, ну, все, она вроде бы попила его, все, приглашаю, в общем-то, на свидание, вот, и, кстати, где ты живешь-то тут в городе, вот, пошли, в общем-то, там, на свидание, наверное, к ней, ну, вы на свидание, точнее, пойдете, вот, я даже не знаю, где бы вам свидание тут такое устроить. Ну, все, я вроде бы девушку позвал на свидание, и она согласилась. Ничего себе, теперь у тебя реально появилась девушка, она согласилась с тобой на свидание, вау, это же круто! Да, это реально круто. Спасибо тебе, Евген Бой, что ты меня познакомил с ней. Да, конечно, пожалуйста, реально, с девушкой тебя познакомил. Ничего себе, теперь у предателя Амонкас появилась девушка Амонкас. Это же реально прикольно очень. Так, ладно, ты не надумал, где то будешь, то есть, свидание с ней устраивать. Ну, наверное, давай у тебя дома. У меня дома, вау! Ну, я даже не знаю. Ну, ладно, давай тогда поехали, что ли? Давай только я за рулем поведу. Давай, веди машину уже. Так, вроде бы все, поехали все уже на пассажирских местах, поэтому давайте сейчас поедем ко мне домой. Только вот так вот аккуратненько, аккуратненько, а то я давненько машину не водил. Вот, все, отлично. Это же реально прикольно, то, что у тебя есть теперь своя девушка. Вау. Да, у меня ее ни разу не было. Серьезно у тебя ни разу не было, и тебе просто ну необходим был помощник такой, чтобы ну тебе э, не стыдно было, то есть знакомиться с девушкой? Да, да, именно так. Ну, хорошо, ладно, пошли тогда, я, наверное, вам тут чай какой-нибудь приготовлю, если он у меня есть. А может, у тебя чай есть, чтобы, чтобы, ну, как бы это, свидание с ней провести, наверное, да? Да, давай вместе вообще просто посидим за столом, пообщаемся посидим за столом, пообщаемся. Ну, давай, давай, слушай-ка. Реально, ребята, предатели оказывается не такой уж и злой. Вроде бы есть и нормальные предатели. Видите, да, хочет свою личную жизнь теперь обустроить. Нашел себе девушку. У него девушка теперь появилась у предателя Among Us. Так, ну все, вроде бы ты тут чаек нам приготовил. Отлично. Вроде бы девушка твоя радуется новая. Да, это реально так. Спасибо тебе, Евгена. Так, ну ладно, давай я тогда чаю попью. Так, во, отлично, так покушаю печеньки. Вроде бы девушка твоя тоже чаек пьет. Отличненько, отлично. Да, так, все, давай, давай. Так, все, я попил, наверное, да. Так, ладно, я, наверное, сейчас схожу. Просто умоюсь, наверное, так, фух. Я умоюсь, реально, оказывается, предатель не такой уж и предатель. Так, давайте умоемся. Так, у меня тут... У меня тут ванна... Ой, не ванна, а раковина сломалась, кажется. Так, ну ладно, давайте руки вот в бассейне наверное, помою. Все. Отлично, руки я вымыл. Так, э, ладно, давай. чё вам уже домой, наверное, пора? Да, нам пора домой. Хорошо, давайте тогда идите домой, в общем-то. Вот, давай я вас тогда провожу, пошлите, в общем-то, давайте уезжайте уже. А то уже реально поздно, мне нужно ложиться спать, в общем-то. Поэтому давайте идите-ка уже домой, реально. Вам уже пора, как бы. Да, мы уже идем домой. Хорошо, все, давайте тогда. Вон ваша машина, садитесь там, вроде бы бензин еще нормально так посмотрел. Давайте я вас провожу тогда, наверное. Вот, давай, садись в машину э, и уже езжайте домой там. Вот, и, в общем-то, это отвези девушку тоже домой. Хорошо, ладно. Ладно, давай тогда, пока, предатель. Пока. Спасибо тебе еще раз. Да не за что, да не за что. Ладно, ребята. Ладно, смотрите, в общем-то, я сейчас свой дом тут переделываю. Да, вот такой вот крутой дом. Смотрите, какими необычными досками. Вот, мне просто жители разрешили его переделать, поэтому давайте я сейчас его вот так вот доделаю. Посмотрите, как круто это очень получается. Кстати, сейчас я сделаю дверь, и вы просто офигеете, как она будет выглядеть. Смотрите, у меня вот есть такая вот дверька, да. Смотрите, вау, синяя дверь. Вы когда-нибудь видели такое в Майнкрафте вообще? я предатель. Ребята, чего? Предатель? Э, жители? Евген Бой, тут где-то предатель. О, это ты? Что ты здесь делаешь? Я пришел тебе отомстить. В смысле, ты пришел мне отомстить? Что за фигня? Эй, не надо, не надо. Ну все, ты за Евген. Какой попался, предатель? Что ты здесь делаешь? Хватит на меня уже нападать. Так, давайте быстренько застроимся тут от него. Вот так вот, давайте быстрее, быстрее, быстрее. Все, застраиваемся, житель. Давай, мы должны от него застроиться. Нет, ты никуда от меня не денешься. Житель, прости, но мне надо тут все застроить. Так, уходи отсюда. Ва. Я тебя сейчас накажу. Какой накажешь ты меня? Не надо меня наказывать, предатель. Хватит. Давай проведем с тобой дуэль. Дуэль? Ты хочешь со мной дуэль провести? Да, все честно, на пистолетах. На пистолетах ты хочешь дуэль? Ну поши, пошли, пошли, слушай-ка, да, давай-ка, что-то что-то мне интересно, поможешь мне вот тут вот только давай свою вот так вот. Давай, давай, пошли, пошли, вот, все, отлично. Давай мне пистолеты, ты, надеюсь, меня не обманешь? Нет, вот, держи. А патроны где, патрончики, ну-ка дай-ка мне. Сейчас я тебе дам патроны. Да, все, спасибо. Ну что, где мы будем дуэль с тобой проводить? Давай вот прямо у этих домов. Давай, ты за, за этим синим домом тогда будешь, а я вот за этим каким-то фиолетовым. Давай. Погнали! На счет три мы с тобой дуэль. Евгенбой, ты выиграешь, я верю в тебя. Да-да-да, я выиграю. Сейчас, 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 жители, я вас не подведу. Ну чё, иди сюда, предатель. Давай, Евген. На, получай, получай. Вот так вот. Ой-ой-ой, по мне попадает. Евген, давай, выиграй, пожалуйста. Сейчас я выиграю этого предателя. Так, ой, перезарядка, перезарядка у меня. Эй-эй-эй, так, предатель, на, получай, получай, получай. Дыш, дыш, дыш. Ой, больно, больно. Ой, ой. Ребята, кажется, все. Я его победил, жители, я его победил. Ура! Евген Бой, молодец, ты отомстил этому предателю за то, что он взорвал нашу деревню. Да-да-да, я отомстил ему, ну чё, предатель? Евген, помоги, пожалуйста, я не хочу умирать. В смысле, ты не хочешь? Ты... Хорошо, ч, чё, чё, тебе очень плохо? Да, мне очень плохо. Ребята, ему очень плохо. Мне кажется, ну, так как я добрый человек, я должен сделать ему операцию, потому что предатель из игры Омонкас заболел, и ему нужна прямо сейчас срочная операция. Так, давай-ка, хватайся за мое плечо и пошли в больницу. Вон, видишь, у нас больница. Давай, Евген, пошли. Давай, давай, предатель, пошли. Только смотри, смотри, меня тут не обманывай. Я тебя не обманываю, честно. Ой, больно, больно, мне как ходить. Тебе очень больно ходить, ребята, он реально похож заболел. Зря мы с тобой дуэль пров пров провели, давай-ка я тебя подтолкну. Зря ты вообще это, зря ты вообще это начал. Евген Бой, ты чё, собрался лечить этого предателя? Да, я собрался лечить этого предателя. Ты совсем с ума сошел, что ли? Ну ему очень плохо, а я добрый человек, и я не могу просто так, ну то есть бросить его, поэтому мне надо его реально сделать ему операцию, чтобы он выжил. Евген, спасибо тебе. Ну только запомни меня сюда, если ты еще раз придешь, я тебе точно не буду делать операцию, а просто тебя уничтожу. Ладно, ладно, все, все. Так, ладно, давай, я тебе тут помогу. Смотри, сейчас у меня тут есть халат один, да. Так как я работал раньше хирургом, ну я точнее выучился на хирурга, вот такой вот у меня костюмчик, да, такой вот докторский. Поэтому давайте я сейчас тебе сделаю операцию. Я думаю, ты выживешь. Евген, реально помоги мне, пожалуйста. Да я не хотел, чтобы все так получилось. Хорошо, я тебе обязательно помогу, хорошо. Сейчас тебе капельницу поставлю, укол и буду уже делать операцию. Так, давай-ка мы тебя закроем. Евген, ну ты реально с ума сошел делать операцию врагу ну, я добрый человек, я реально не хочу его просто так бросать, поэтому надо бы ему сделать операцию. Так, смотри, какие у тебя снимки, у тебя перерол, переломы ребер тут, смотри. Ничего себе, ты мне сломал ребра. У тебя еще что-то там с черепом не так, да, реально. Так что тебе надо реально так, давай-ка я тебя к аппарату вот этому подключу к пульсовому, да, так, чук. Все, смотри, тут твой пульс показывается. Спасибо, Евген, бой. Ой, мне больно очень. Тебе очень больно? Давайте капельницу сейчас поставлю, вот, держи, так, чик-чик-чик, ой, спасибо, Евген, тебе, так, все, я тебе поставил капельницу, давай, я тебе сейчас что-нибудь еще тут, давай, вот тут вот, вот, столик сделаю, так, уколы надо будет мне тебе поставить, ой, я боюсь уколов, ты же предатель, ты ничего не должен бояться, в смысле, ты боишься уколов, да, я очень боюсь уколов, Хорошо, но ну, надо тебе, мне кажется, поставить, потому что операцию я тебе делаю, это обезболивающий укол. Так, чик, ой, 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 ой. больно тебе, да? Больно, больно. Да, ладно, я все тебя понимаю. Так, житель, все. Мне срочно сейчас к нему внутрь надо забираться и делать ему операцию внутри. Сейчас я выпью специальное зелье. Так, все, давайте. Смотрите, на счет три. Я сейчас стал вроде бы прозрачным. Все, я уменьшился, ребята. Смотрите, я реально уменьшился. Да, вот, все. И на счет три я в него запрыгиваю. Раз, два и... 3. Уху, ребята, кажется, я появился внутри предателя Эммонкас. Вы посмотрите, офигеть, вон его сердце, это ребра или что-то еще, я не знаю. И мне нужно будет все это починить. Да. Мы зомби, мы тебя сейчас уничтожим. Ребята, тут еще зомби каких-то нужно уничтожить. Ну-ка, давайте-ка, давайте-ка попробуем вот так вот даже, ребят. Все, уничтожил, отлично. Фух, так, тут вроде бы больше никого нету. Ой, тут зомбак еще идет, на, получай. Ого. А? Что там такое, ребята, там лава, смотрите. Офигеть. У него еще лава в организме, вы представляете? Ничего себе. Ой-ой-ой, на меня тут нападают. Офигеть. Офигеть, вот это да, я внутри его желудка или где это? Да, ну где по нему, короче, этим револьвером попал? Вот, когда у нас дуэль был. Вот, видите, как ему тут ребра все просто разнесло. Поэтому здесь надо будет все починить. Так что давайте, опа, зомбак, все. Так, тут еще зомби, это какие-то микробы, что ли? типа того, что-то такого, так, давайте. Ой-ой-ой, они быстрые, ребята, они очень быстрые, быстрые, очень быстрые, быстрые, быстрые. Они меня сейчас зажмут, они меня сейчас зажмут, ребята, нет, 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 на, получай, все. Последний вроде бы остался, давайте его уничтожим. Последние двое остались, смотрите, трое даже, офигеть. Так, на, получайте, получайте, я должен вылечить его, я не дам ему, как бы, я не дам ему просто вот так вот взять и его уничтожить. Все, фух, отлично, я вроде бы всех уничтожил, смотрите смотрите. Так, давайте мы тут ребра заделаем. Смотрите, тут я ему ребра сломал, да, походу этим револьвером, собственно, на дуэли. Вот, поэтому давайте мы сейчас ему делаем вот такую вот операцию. Так, смотрите, тут вроде бы все нормально. Так, вот тут вот надо заделать, смотрите, вот эти вот тут. Вот так вот изъяны надо тут сделать. Такие вот закрыть просто ему. Во, отлично, ребят. Так, вот это вот лишнее вообще, да, вот это лишнее. Так, все отлично. Давайте вот тут вот застраиваем все. Вот тут вот, смотрите, вот тут вот еще надо все застраивать. Вот, смотрите, у меня неплохо получается. Только лаву вот эту надо как-то будет потом убрать. Во, вроде бы я ему все починил. Кроме вот этой лавы. Давайте ее каким-то образом сейчас уберу. Да, вроде бы здесь все я починил. Только давайте еще вот так вот мы как-то это сделаем. Вот так вот все. Отлично, у него тут все готово. Во, ребята, вы посмотрите, давайте вот тут еще вот так вот сделаем. Вроде бы все правильное делаю, насколько я помню, ребята, реально. Насколько я помню, вроде бы я ему тут все. Правильно делают, да, так, смотрите Тут еще можно, так, ну тут Тут, конечно, не надо лучше, но Вроде бы, во, все, я правильно все сделал, как раз Теперь надо тут будет Закрыть вот эту вот лаву, каким-то Образом уже все должно начнуться, сейчас Будет, вот, только надо вылезти Сейчас будет, как сделать операцию ему Так, ну, точнее, сделаем сейчас операцию и вылезем Отсюда уже, во, смотрите, ребята, у меня Реально все получается, так, давайте Быстренько вот так вот уже делаем Все отлично, во, так, у меня Кварт закончился, ладно, давайте вот этими Боками еще достроим. Во, отлично, смотрите, ребята, все, я ему все заделал. Давайте еще вот тут вот заделываем его, и все кажется, да, я его вылечил. Юху, все кажется, я вылечил предателя из игры. Амонкас, эй, предатель с тобой все хорошо, Евген, бой, мне стало намного лучше. Ты меня вылечил. Ура! Тань, да, 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 я тебя вылечил, только больше нашу деревню не атакуй. И все, и уходи, давай, уходи, я тебя реально вылечил. Все, давай, уходи, больше не атакуй хорошо, спасибо тебе, Евген. Бой. Ладно, в общем-то, я вам сейчас хочу рассказать о том, что я установил мод на всех новых персонажей из игры Among Us, и сегодня я вам их покажу. Да, в моем городе должна была, то есть, появиться такая вот лаборатория, кстати, она вон, видите, да, вот это вот, ну, то есть, зем блок земли такой огромный, да, это лаборатория Among Us, и сейчас я вам хочу показать обзор на всех новых видов Among Us. Вы представляете на всех персонажей из игры Among Us? Ладно, давайте... Мы сейчас покушаем, в общем-то, и потом я уже вам реально покажу всех персонажей Амонкас. Так, ням-ням-ням. Вкусно так-то. Так, так все, я покушал. Отлично. В общем, сегодня я хочу реально вам сделать такой обзор на мод на все новые виды Амонкас. Так, ладно, давайте мы возьмем уже кирку. Все отлично, я взял кирку. И погнали уже, короче, на своей машине. Подъедем к этой лаборатории. И я вам покажу всех новых персонажей из этого мода. Да, ребята. В общем-то, ладно, давайте мы сейчас спустимся все отлично вон там моя новая машинка стоит видите да я недавно ее купил в общем давайте мы сейчас уже поедем да смотрите вот так вот мы поехали смотрите видите там значок этого предателя Монкас вот это в общем-то такая вот лаборатория поэтому давайте мы сейчас туда поедем вот так вот отлично мне кстати жители посоветовали этот мод установить вот все я к этой лаборатории приехал уже можно так сказать все отлично ребят и смотрите в общем-то вход здесь закрыт надо будет Киркой вот это вот, сломать этот вход. Видите, да, реально, значок Амонкас, значит, лаборатория и мод все работает. Поэтому я вам реально хочу сейчас показать все новые виды, предателей там и, и просто, то есть игроков Монкас. Ладно, в общем-то, давайте мы туда попробуем уже сейчас зайти. Так, вов, все, вроде бы мы вход сделали себе. Смотрите, реально такое огромное помещение. Ничего себе скрывается под таким слоем земли. В общем, ладно, давайте я сейчас вам покажу. Так, офигеть, здесь охранник лежит. Смотрите, ничего себе, кажется, это сделали предатели. Они выбрались из этой лаборатории. Вот, и, в общем-то, ребята, что-то с этим охранником случилось. И его вроде бы, я не знаю, он вроде бы не живой, да, ребята, он не живой, вроде бы. Так, ладно, смотрите тут дверь. Давайте попробуем ее открыть. Э, э, так она не открывается почему-то. Так, вроде бы, да, она не открывается. Так, ладно, что в этих ящиках? Давайте посмотрим. Ничего себе! здесь оружие какое-то лежит вау меч гранаты офигеть ничего себе так броня какая-то вау давайте оденем эту броню так все мы одели эту броню ничего себе реально круто выглядит все так в общем то давайте мы сейчас посмотрим тут вроде бы в этих ящиках еще может быть что-то лежит а вроде бы нет так 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 о смотрите это ключ от двери походу вот от этой вот двери это ключ да ребята ладно давайте мы еще может быть что-то тут найдем такое полезное так, вроде бы ничего здесь больше нету. Да, ребята, вроде бы здесь ничего реально больше и нету. Так, ну реально вроде ничего нету. Ладно, давайте мы попробуем сейчас эту дверь уже открыть. Вот так вот стреляем по ней. И давайте открываем. Опа, все. Отлично. Ничего себе я открыл. Смотрите, здесь реально. Предатели или не предатели. Это не совсем предатели. Но видите, это все новые виды Амонкас. Ничего себе. Смотрите, здесь есть девушка Амонкас. Дальше есть какой-то игрок Аманкас вот такой вот прикольный я не знаю прямо вообще страшно выглядит вот давайте мы сейчас посмотрим вот здесь есть обычный предатель Аманкас так здесь вот есть такой вот радужный какой-то игрок я не знаю смотрите здесь еще есть вот такой вот игрок реально какой-то ладно думаю давайте мы с радужного начнем так кстати подождите я тут кое-что еще не нашел здесь яблочки по моему должны где-то быть если я не ошибаюсь вроде бы да поэтому давайте мы сейчас поищем да я нашел эти яблочки Отлично, в общем-то давайте мы начнем с радужного игрока Посмотрим, насколько он сильный вообще, да Вот, насколько он нам урона будет сносить Так, давайте скушаем яблочки сейчас Все, отлично, ребята Ой, ничего себе, ребята, офигеть, он реально сильный Давайте его выпустим Вау, вот это да, я же обещал вам на всех новых видов показать То есть мод вот этот вот, да И вот вы видите здесь вот такой вот игрок какой-то сильный вообще Реально, смотрите какой он сильный А что, он не может выйти отсюда? Кажется, он не может выйти отсюда. Ха -ха. Ничего себе, ребята, офигеть, он мощный! Ничего себе! Так, давайте попробуем с ним с ним с мечом сразиться. Да, да, давайте, вот так вот, э, с меча попробуем его вот так вот отключить. Я не знаю, вырубить просто. Так, но ну он какой-то мощный. Давайте попробуем с моей вот такой вот винтовочки. Вот такой вот бум. Бум-бум-бум-бум-бум. Ребята, вот так вот попробуем его. Так, ну-ка, не подходи ко мне, не подходи, ребята. Он очень сильный какой-то. Да, это радужный какой-то игрок. Вот, и он очень. Мощный, ой -ой, ой, 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 так, 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 ой, 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 лучше не надо, лучше не надо, ладно, давайте вот так вот его попробуем, в общем-то, уничтожить. Так, на, получай, получай, ничего себе, ребята, он реально мощный какой-то. Так, давайте с винтовочки вот этой, так, я всю винтовочку истратил на него. Так, давайте на, получай с гранаты, получай, все, ребята, я его уничтожил. Офигеть, но он достаточно сильный был этот игрок, да, ребята, он достаточно сильный был. Так, давайте теперь другого обычного пред проверим, насколько же он мощный. Вау, это реально крутой мод, реально на всех видов просто Амонкас, на всех 6 новых видов Амонкас. Реально прикольный мод, в общем-то, вот. Так, ладно, давайте попробуем этого предателя открыть уже. Так, и чё? И чё? А он ничего не делает, ребята. он просто, он просто такой безопасненький игрок, реально, я так понял. Вот, давайте следующего попробуем уже открыть. Так, а следующий, следующий тоже вроде бы урона не наносит. Я просто не знаю, что с ними не так, но они почему-то мне урон не наносят. Я не знаю, почему. Ой, нифига себе! Этот предатель начал меня атаковать. Ничего себе, ребята, вы это видите, да? Давайте его вот так вот гранатами закидаем. Офигеть, он мощный. Реально, это мод вообще такой жесткий на этих предателей. Вау, я его че, уничтожил? О, а, чего? Это кто? Это что тот меня ударил? Ничего себе, ребята, это кажется вот этот вот меня предатель ударил. Или это не предатель, это просто какой-то обычный игрок, ребята. Офигеть, вот это да. Они в таких еще живут, знаете, в таких этих, как его, клетках, как в зоопарке каких-то, да, ребята? Ничего себе, ребята. Ладно, давайте я вам покажу, как его уничтожить. Вроде бы легко, но он очень сильный. Он реально очень сильный, вы это видите сами? Его даже гранаты уже не берут. Вы посмотрите просто. Офигеть! Вот это да! Так, ладно, давай, давай! На! Я его уничтожил! Вау, это круто! Так, это девушка, это девушка-предатель, по-моему. Вау, реально, ребята, это девушка-предатель. Ладно, ну, ее уничтожить думаю, будет легко. Очень. Вот, это реально обзор мода такой вот. Да, она очень легкая какая-то. Вот, давайте следующих попробуем посмотреть и открыть их. Так, а этот вроде бы ничего не делает. Тоже атакует, отравой какой-то. Реально, ну это жесткий уже. Ужас какие-то игроки вот эти два предателя были вот в этой получается и вот в этой а они не такие мощные как вот эти вот игроки которые на меня сейчас нападают реально офигеть я таких еще игроков не видел это кажется новые скины реально все виды просто это этот мод реально все виды добавляет на на то есть на скины амонкас вот поэтому давайте его попробуем как-то уничтожить я не знаю так у меня о я его уничтожил у нас остался последний какой-то лю лютый жесткий какой-то вообще этот а, Амонкас игрок, да, я уже путаю предатель или игрок, вот, но он реально какой-то жесткий походу, а нет, он вроде бы обычный, всего лишь что, да, реально всего лишь то обычный, вот, ну ладно, ладно, ребята, давайте его я полностью уже открою, чтобы на него вот так вот обзор сделать, реально полностью его, чтобы он вышел, вот так вот выходи полностью, ребята, давайте его просто уничтожим, попробуем так сказать его уничтожить, так давайте покушаем яблочки, а то он очень много мне хп вроде бы, то есть, ну, мне урона наносит. Так что давайте его попробуем вот так вот. Дыш-дыш, дыш-дыш. На. Ребята, все, я всех уничтожил. Я вам продемонстрировал реально мод на все виды Амонкас. То есть на всех персонажей, на все виды персонажей Амонкас. Реально прикольный мод был. Вот, офигеть. Я просто всех их уничтожил. Вы представляете, вы видели, да, какие они сильные были. Это реально новые виды просто какие-то. Вот, ладно, я, наверное, сейчас уже куда-нибудь поеду. Так, давайте сядем в машину. Итак, все, давайте я сейчас уже к себе домой, наверное, поеду. Вот, реально крутой мод был на все новые персонажи Among Us. Если вы еще хотите таких больше видео, чтобы я вам показывал новые моды на всяких разных персонажей из игры Among Us, то быстрее пишите это в комментариях и ставьте этому видео лайк. Так, все, я уже домой, в общем-то, приехал. Отлично. Давайте сейчас я, наверное, уже поднимусь к себе во двор. Вы просто представляете, как я долго в этой лаборатории находился, что уже стемнело. Ничего себе, реально прикольно. Ладно, давайте, в общем-то, уже сейчас я, наверное, пойду. Ладно, в общем, мне жители сейчас кое-что хотели сказать, что-то хотел сказать житель мне. Дело в том, Евген Бой, то, что у нас появился новый секретный крафт. Чего? Опять новый какой-то секретный крафт? Ребята, вы это видите? Офигеть, я еще больше в недоразумении каком-то нахожусь, потому что у нас появились Две крутые, крутых новости. То есть, можно так сказать, я просто от радости уже не могу вам объяснить это. Но реально, две крутые новости. То, что я нашел золотые слитки, вот эти вот. И еще и крафт какой-то у нас новый секретный появился. Вы посмотрите, сегодня можно будет скрафтить какой-то новый вид игрока Among Us. Или же предателя. Я не знаю, кто это игрок, или же предатель. Ну, в общем, можно скрафтить новый скин нового персонажа из игры Among Us. Вы посмотрите, он как крафтит. Из таких вот радужных кристаллов Одного стекла То есть и какой-то ножик Да, ножик у предателя, точнее Вот вы посмотрите, реально, ничего себе Потом нам нужно будет нажать На этот рычаг и он здесь появится Ладно, нужно как-то будет собрать Вот эти вот ингредиенты, я как понял Вот эти три кристалла радужных Дальше нужно будет э, получить стекло И где-то ножик достать Вот этот вот игры Among Us Ну, который держит предатель, и в общем Мы реально сможем его скрафтить, ладно, мне не терпится уже реально скрафтить этого, то есть нового персонажа из игры Among Us, новый вид, то есть так сказать. Вот, поэтому давайте я сейчас дерево добуду, наверное, вот, мне понадобится уголь, а чтобы уголь добыть, мне нужна как бы кирка, поэтому давайте мы сейчас все вот это вот добуем, реально, я хочу скрафтить этого нового персонажа какого-то, поэтому давайте мы попробуем это сделать. Вот так, крафтим сначала верстак, давайте сделаем мы в первую очередь палки вот эти вот, потом мы сделаем, наверное, лопату. Так, давайте делаем лопату. Во, отлично! И дальше давайте мы уже сделаем, наверное, кирку. Так, все, отлично, мы сделали кирку. Дальше можно попробовать добыть песок. Так, давайте мы добудем сейчас песок. Реально, я хочу скрафтить этот новый вид новый вид Among Us, новый скин. Вот этот вот реально прикольный такой скин радужный. Я правда не знаю, кто это предатель или игрок, потому что непонятно еще. Вот, ладно, давайте, в общем-то, уголь добудем. Уголь у нас вроде бы получится добыть. Да, отлично. Вроде вроде бы это был уголь, все, теперь мы можем сделать себе уже стекло. Вы представляете, у нас будет первый ингредиент для крафта. Так что давайте мы его сейчас в печке и переплавим. Так, в общем-то, давайте ставим сюда песок. Все, ждем, пока это переплавится. А теперь нам нужно как-то найти вот эти вот радужные кристаллы. Я правда не представляю, как мне их найти. Вот, потому что этот радужный персонаж, как я вижу, ну, новый скин вот этот вот персонаж из игры Монкас, он крафтится из радужных кристаллов. Ну, вроде бы все логично. Вот, и я не знаю, где их просто можно отыскать. Ладно, давайте поспрашиваем, может быть, жители продают? Жители, жители, вы не знаете, где можно добыть радужные кристаллы? Евгедой, я их продаю. Чего? Кто здесь их продает? Я, я их продаю. Ты серьезно их продаешь? Да, я их продаю, ты представляешь? Ничего себе, ребята, жители их продает, эти радужные кристаллы. А за что, интересно, он их продает, кстати, я забыл у него узнать. Так, ребята, 64 стаков пшеницы мне надо добыть, чтобы, чтобы у него купить этот кристалл. Ладно, этого, это того стоит. Придется вот эту вот всю пшеницу добыть сейчас. Поэтому давайте мы реально ее сейчас просто вот так вот сломаем, сюда будем, Вот, и уже получим этот первый кристалл, надеюсь. Так, у нас уже 39 пшеницы есть. Так, 39, а нужно так, пшеница. Получается, это 64 штуки. Так, ладно, ладно, давайте. Давайте пока заберем стекло. Там, по-моему, да, 5 стекол уже переплавилось. Ничего себе, у нас уже будет сейчас два ингредиента. Получается, один кристалл и одно стекло у нас будет. Ничего себе! Ладно, нужно будет где-то еще два кристалла найти. Я правда не знаю, где мне их можно будет отыскать. Так, все, я один кристалл радужный купил. У нас уже есть стекло, поэтому мы думаю сможем уже все это скрафтить. Да, осталось два кристалла еще найти. Я правда не знаю, где нам их искать. Ладно, давайте мы первый кристалл сейчас положим сюда. Так, 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 мне уже не терпится его реально скрафтить. Дальше нам нужно положить стекло вот так вот в серединку. Так, все, кристалл сюда. Так, еще нам нужно найти вот этот ножик из игры Among Us. Я не знаю где, но давайте посмотрим где-нибудь. Может у меня в кузнице он находится. Поэтому давайте мы сейчас в кузницу, в кузнице посмотрим, да. Так, 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 тут, тут вроде бы ничего нету, да. О, посмотрите, тут какой-то сундук, реально. Так, так, так. Нож Амонкас, ребята, я его нашел. Вы посмотрите, ничего себе, правда, он немножко по-другому выглядит. Но думаю, крафту это не помешает. Думаю, реально мы сможем все скрафтить. Поэтому, ладно, давайте мы сейчас сюда его кладем, вот так вот положим. Все, отлично. Нам нужно еще три этих кристалла добыть. Давайте у жителей спрашивать, где эти кристаллы еще можно достать. Жители, жители, где эти кристаллы можно еще найти. Вы не знаете. А, Евген Бой, да, мы знаем, можно их найти в шахте где-то в шахте, в шахте точно, как же, как же я, как же я так это, то есть не догадался до этого, да, в шахте их можно найти, поэтому давайте мы сейчас попробуем поискать их в шахте, наверное, я думаю то, что в шахте их можно будет уже найти, так, 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 а где, опа, тут сундук какой-то, реально тут в шахте есть, да, есть еще один кристалл у нас, у нас уже есть все почти ингредиенты, три ингредиента есть для крафта, нам осталось еще один кристалл где-то найти, и все, и мы сможем скрафтить этого игрока или Новый вид игрока Монкас. То есть, да, ребята. Так, ладно, давайте кладем вот сюда вот все. Остался один кристалл, ребята, потому что у нас уже все есть, чтобы скрафтить этого нового персонажа. Так, ладно, давайте поищем. Может быть, где-то, где-то, где-то еще может быть в лесу. Так, опа, смотрите, я там что-то вижу. Ребята, реально, я там что-то вижу. Так что давайте мы сейчас просто вот это вот тут посмотрим. Реально, сундук тут кристалл, отлично. Все, мы сможем его уже скрафтить. Наконец-таки. Ура, ура! Ура, ура, у нас все получится. Поэтому давайте мы сейчас его скрафтим. В общем-то так, давайте бежим, бежим, бежим. Так, давайте, чтобы скрафтить его все. Так, кладем вот этот вот кристаллик сюда. И на счет 3 мы нажимаем на этот рычаг. И по идее вот этот новый вид персонажа Монкас должен здесь появиться. Раз, два, три. О, ребята, это кто-то, кто-то какой-то персонаж здесь появился. Ничего себе, это ребята. Это ребята реально, это какой-то новый скин. Вы посмотрите. Эй, ну чё, зачем ты меня скрафтил? Чего? Зачем я тебя скрафтил? Эй, хватит, хватит, так, на нам нужно дом защитить, давайте мы дом сейчас защитим. Это реально либо предатель, как вы, жители, думаете, кто это? Мне кажется, это просто обычный игрок, и он не понимает, куда он попал. Ничего себе... Вы думаете то, что это реально обычный игрок? Так, ладно, давайте мы все оружие возьмем. Жители думают то, что это обычный игрок. Надо как-то деревню защитить. Поэтому давайте мы сейчас тут, в общем-то, все тут сделаем. На крышу вот так вот прорвемся этой деревни. Так, давайте, давайте. вылазим сейчас на крышу. Ничего себе, вы посмотрите. Так, давайте мы тут баррикаду вот такую вот построим. Чтобы он на нас не напал, этот игрок. Он просто, видимо, я так понял, то, что он не понял, куда он попал. Ну да, вот. То, что этот игрок не понял, куда он попал. Поэтому давайте мы сейчас вот так вот сделаем все, во отличненько, ребятки, все, все вот так вот, вот так вот, во отлично, ребят, все. Так, теперь тут можно его будет, наверное, уже атаковать. Так, давайте мы его сейчас будем атаковать, наверное, вот с этой вот штуки. Так, на получай. Ой, я попадаю по нему. Эй, я тебя сейчас уничтожу. А ты кто? Ты можешь мне сказать? Я новый игрок, новый вид Among Us Новый игрок, новый Вит, Монкас. Так, я не знаю, давайте вот с помощью вот этой вот пушки попробуем его вот так вот уничтожить. Правда, она почему-то до него не достает. Вы это видите, да? Она реально до него почему-то не достает. Как это так? Ну-ка, ну-ка, на, получай, получай. Все, теперь она достает до него. Давайте мы его сейчас уничтожим. Этого игрока не должно быть здесь. Он какой-то слишком агрессивный. Ребята, реально, он какой-то реально агрессивный. Так, 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 надо, надо как-то что-то с этим делать. Так, я не знаю, давайте бум! Быдыщ! ребята, все отлично. Так, ну это одна, только у меня ракетница была. Так, ладно, давайте с минигана буду вот так вот тебя атаковать сейчас. На, получай. Заряды это делаешь. Чё, ребята, все его уничтожил? Офигеть! Ладно, в общем-то, сегодня я в кузнице хочу сделать небольшой такой ремонт. Вот, отремонтировать я хочу вот этот пол, а то он уже грязный, да, надо его будет заменить. Поэтому давайте я сейчас достану свою алмазную кирку и вот так вот буду потихонечку уже тут ремонтировать кузницу. А то она уже старенькая, вот, поэтому надо ее вот так вот дорабатывать будет. Так что давайте сейчас вот так вот разбираем пол. Что это такое? Ребята, это что за люки тут под моим, под моим столом? Вы это видите? Что это вообще такое? Так, ладно, надо жителей спросить. Жители, жители под моим, под моим домом какой-то люк, под моей кузницей, точнее. Евген, привет! Под, под твоей кузницей какой-то люк? Да, 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 вы не знаете, что там было? Там какой-то такой подвал, вы представляете? А, там раньше жил такой у нас, в общем-то, житель. А вот, маг называется. И, в общем-то, он там колдовал. Он там колдовал? Чего? Житель маг какой-то там был? То есть ведьма, грубо говоря? Да-да, там какая-то ведьма жила или маг. В общем, ходит такая история. И был у него подвал, и, в общем-то, там проводились какие-то, ну, в общем-то, магические заклинания. Чего? Магические заклинания! Ничего себе! Ладно, я тогда сейчас спущусь и посмотрю, что же в этом подвале. Ничего себе, ребята! Так, ирка у меня уже есть. Отлично. Так, у меня же есть тут револьверчики, поэтому давайте я сейчас аккуратненько каким-нибудь образом туда спущусь и попробую уже, в общем-то, там что-то найти. В общем-то, давайте вот так вот аккуратно спускаемся. Есть тут кто-нибудь? У меня, если что, есть оружие с собой. Так что, ну-ка, выходите! Ребята, что это такое? Ничего себе. Что здесь все вот эти вот? Это что настоящие, что ли? Вот эти вот? Или это... Или это игрушки? Я не знаю. Просто вроде выглядят как настоящие эти скелеты. Ничего себе, ребята. Так, тут какой-то сундук. Давайте-ка его попробуем открыть. Так, опа. Как играть за предателя? Тут какая-то книга, ребята. Офигеть. Это, походу, магическая книга, потому что тут же какой-то либо маг жил, либо жила ведьма, поэтому давайте эту книжку прочитаем. Привет, сейчас я расскажу тебе, как играть за предателя Among Us в Майнкрафте. Для начала ты должен выпить зелье, которое в сундуке, потом сказать следующие слова. Ничего себе, зелье? А тут зелья-то никакого нету. Вау, а чё? Так, ладно, давайте, может быть, попробуем без зелья сказать эти слова. Так, ну-ка. Энсендио, Лигилименс, Ливикорпус, Эванеско, Экспилиармус, Финити, Энкатем, Флагрейт, Фурнукулус. И что-то происходит. Я в кого-то превращаюсь. Что вообще произошло? Офигеть. Кажется, кажется, я превратился. Кажется, да. Я теперь играю за предателя. Ничего себе, ребята. Офигеть, сработало. Это, ребята, очень круто. Так, тут еще какое-то зелье, смотрите, появилось. Ничего себе, давайте его бахнем. И все, смотрите, вау. Зелька такая четкая, просто реально. Так что давайте сейчас поднимемся как-нибудь. Да, вот так вот. Фух, я реально играю теперь за предателя. Смотрите, у меня, кстати, в инвентаре какие-то вещи появились. Швейцарский ножик какой-то, ножницы, что-то миниган, кирка какая-то и перчатка. Что за перчатка? Вау, ничего себе, что эта перчатка делает? Офигеть, это же круто. А что эта кирка интересно делает? Давайте-ка посмотрим. Так, оп-оп, нифига она ломает быстро у меня где-то друг поблизости живет. Сейчас я его уничтожу. А, что это со мной? Вы слышали? Я превращаюсь, походу, в него полностью, в этого предателя. Я всех уничтожу сейчас. Ребята, я реально превращаюсь в этого предателя. Я сейчас знаю, где мой друг живет. Я хочу его уничтожить. Поэтому я сейчас поеду к нему домой это чё, реально я? Я так разговариваю. Мне это не нравится. Я, я превращаюсь в предателя. Сейчас я всех уничтожу своих друзей. Я же предатель. О, вон мой друг живет, смотрите. Вон там вот. Сейчас я его уничтожу. Опа! Юшкин это что за звук такой был еще? Так, 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 иди сюда. Эй, приветики, приветики, э, кто это приветики, э, э, сейчас... эй, эй, ушел отсюда вам, ну быстро, привет, это Пока, я твой уходи, друг Евген вenger. Бой. В смысле, Генбой? Я, я предал я тебя! Я предал я тебя! Я тебе сказал, я предал я тебя, и, 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 иди сюда! Я не могу зайти, все закрывай. Иди дверь. сюда, я предал тебя, почему я не могу сюда зайти? Что, <свист> <ты> <свист> сюда. Шу иди, Шу иди сюда, иди сюда! Я тебя предал! Отстань от меня, ты что делаешь? Иди сюда! Я тебя предал! Я тебя предал! Иди сюда, Всё, ты я, куда я убегаешь? Тебя пока, давай, иди давай. сюда, это я твой друг, ты че от меня убегаешь? Ты не мой друг, уходи. Я Всё. твой друг, иди Оставь сюда. Меня. Ты забыл что ли, кто здесь твой друг? Смысле, ты забыл что ты еще, ли? Друг, ты меня обманул, я друг твой. Давай, пока, я просто тебя. превратился в предателя и хочу тебя уничтожить. На, постой, получай. Постой, Евген, ты реально ты? А? Да, это я. Но я ты хочу ты, тебя ты уничтожить, ты а! ты уничтожить. Мы же друзья, лучшие, <с ты какой уничтожить? Ты Нет, теперь прошлого Евгена, я теперь предатель Евген. Я ой, превратился ты что, ты в предателя! Отстань от меня. А ты как думал? ой 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 ой, ой Я сейчас тебя стрелять буду. Я не надо буду в меня стрелять! Буду. Видишь эту штучку? Ням-ням-ням. Ой, ням, ай, ням. ай, ты у меня мало, не надо меня бить. Иди сюда, я ты же, ты же предатель. Все, что отстань, ты все, же давай, предатель. А, да Я же предатель. Я борюсь с собой, я не должен этого делать. Это же мой друг. А, Евген, не а... надо, да, я твой друг. Давай, мне нужно превратиться обратно. Мне нужно превратиться обратно. Да, видишь, что Но я все, все равно такой... хочу тебя! Ай, 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 ай. Видишь, что с тобой это заклинание делает? А, ты уже, реально? Ты же собой это не, это не ты, ты Управляет это? мной. Да, я хочу всех почему-то уничтожить и съесть Давай, борись, с собой, <с иначе я тебя о... буду уничтожить, понял? Не, не надо! Я борюсь с собой, как могу. Я сейчас... не знаю, это Давай, очень плохо. Все, идем превращаться обратно. Знаю. А где давай, я уже забыл? Давай. Где я в него превратился? Блин, а я-то откуда знаю? В деревне, наверное, да, где-то. где-то в деревне, думаешь? Давай быстрей, пока ты снова не начал... Я хочу всех отбираться. жителей уничтожить! <сư> <сư> Идите сюда! Памперу, Идите ты сюда! Шо? Ты что с жителями делаешь? Не надо! Ой, это я что? сделал! Да, Нет, мне срочно нужно обратно сделать. превратиться! Я превращаюсь реально в полного предателя! Я не хочу быть им! Я не хочу быть им. Я не знаю, что мне делать. Блин, Помоги как ты мне! Я превратился. Я не знаю, спроси у жителей, ей жители. Ладно, я ты помню, ты я помню, пошли! Пошли, я где-то там вот превратился, так, в этом давай. доме в него. Надо ты обратно ты мне в вот себя там... превратиться, а то я и жители так ты, просто. Ты, 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 что У я... тебя тут за база секретная. Это не чему... база, это тут какое-то логово ведьмы было, и я тут книгу нашел. Представляешь? Колошкин, ты кот, не, я лучше поднимусь обратно. Иди сюда! Помогай мне! нет, нет, ладно, спускаюсь. Давай, что тут книжка какая-то. Давай, ты читаешь эти заклинания, и я должен превратиться обратно. А, ну Вроде за заклинания, так. так сказано. Инсендио, Лигилименс, Ливикорпус, Севанеска, Экспилиармус, Финетейн, Кататем, Флагрейт, Фуркулункулус. Это что еще такое? О, я, о, о, я превращаюсь это... обратно. Ой, я... что со мной происходит? Ура, Евген а, работает походу. Че вообще тут? Как я тут появился, эй? Ты Чё вообще при, ты предателем был, ты пришел ко мне домой убить меня хотел, прикинь? Чего? В смысле? Мася быстрее наверх, уходи бы за я... жуткого места. Я такое давай. не хотел сделать. Че ты мне врешь? Какой в смысле, предатель? Я вру, иди посмотри, у жителей и спроси. Я что, играл за предателя, что ли? Да, ты за предателя играл, с жителями такое сотворил. Я просто в шоке был. И меня я еще жителя уничтожил! Смотри, что тут от жителя осталось? Ну-ка да. давай-ка в... воскреси его, пожалуйста, жителя, быстрее! Сейчас, быстрее а каким-то образом сделай это! Давай, через. Ну ты понял. Короче, давай. воскреси его я быстрее попробую. этого давай, жителя давай, как давай, я сейчас. такое мог допустить вообще как я, я за него так сделать. превратился жители это правда что ли было все да, вот Юген, он. Мой, это правда ты превратился в предателя и начал играть за него и уничтожил тут жителя чего? Я уничтожил здесь жителей, это реально было так. Ты чё, его воскресил? Вот, да, он. вот Евген, он. Да, вот он. ты совсем что ли? Ты меня чуть, чуть не уничтожил. Простите, жители, я просто играл за какого-то предателя, уничтожил. реально. Я играл за какого-то предателя. Хорошо, что ты хоть жителя восстановил здесь. Фух. Да, Ладно, это, я, наверное, конечно, к себе в кузницу пойду, хорошо? Давай, Давай иди, тогда тут достраивать. Ты пол... не будешь такие заклинания. Тут да, делать. я уничтожу эту книгу. Ну а на этом все. Мой фильм Амонкас Minecraft все серии подошел к завершению. Не забывайте подписываться на мой канал, ну а также ставить лайк этому видео, ну и конечно же нажимать на колокольчик рядом с кнопочкой подписаться. У микрофона был я Евген Бой. Пишите в комментариях, кто досмотрел до этого момента. Всем удачи, и всем пока-пока.